капелка. Пьюр, пирл, абуз. Пирл, абуз. Хорошо. Как убрать этого духа, блин? Ой, он, по-моему, там на L или что-то типа того. Он же задание там раздает. Там же выход у него есть от задачи. Ну, правильно, можно и так его убрать. Не нужно. Я не могу, он не убирается. Никчемный демон. Эх. БД. Спасибо, БД, что даешь мне посмотреть на экран загрузки. Можно здесь какие-то некультурные... А нет, все нормально. Так, полный экран. О-о-о-о. Так, ну все. Сейчас самое смешное, я видел картинку с другого экрана, это было очень забавно. А, тут какая-то хрень на C4 почему-то у меня, ну ладно. Так, ну что, я захожу. Ходи. Петрусио продолжает свою ходочку. О, загрузки мгновенные, вот это поворот. Не может, он мне не уходит от друг. Какой? А, маленький-то? Черная писюкатка-то, которая за тобой ползает? Да. Черная писюкатка, она такая, знаешь ли. Нажмите, чтобы призвать его. Но я нажимаю эту штуку, и она ничего не идет. О, я загрузился в этот мир. И у меня наконец-то все загружается с полклика. Да, видимо, диск надо менять. Так, а где тебя искать? Я там, где вот эти, там, где ты был в тот раз. Ага. Или, чувак, как мне брать это вот это? Так, давай искать. Настройки, где тут настройки? Мид стражи. Малыш. Ты же не малыш, правда же? Нет. Ну ты заранее мне скажи, а вдруг? О, игра наконец-то полностью работает, как должна. Ладно. Макс какой-то тут. Хаткея. Какой-то писюкатка бегает здесь. О, наконец-то не лагает. Да, видимо, надо диск менять. Как мне сделать эти пешкаткой персонажа, война, спасение, задания, навыки, рабочие? Так, на L изготовление. Угу. А где пешкатка? На табу? Нет, на этой кнопке, он, сука, не нажимается, я не знаю, что с ней делать. Нажмите Т, блин. Так. Нет, Т это ходьба, это... Да, но мне добитесь, да, типа, до этого использовать, типа, Т, понимаешь, ну, блядь. Ты где? Да. Я нашел безбашенного какого-то. Привет, Андрей. Ну, тут я никого не вижу с таким, даже приблизительно ником. Меня еще не, я ушла оттуда. Стой там, я сейчас подойду. А я здесь. У меня белые волосы, хотя я делал красные. Это незаконно. Они, вот я не знаю, что за прикол. У меня тоже белые волосы, глаза. Да, да, глаза, кстати, белые. О, у меня зраки абсолютно белые, охренеть. Вот это психоделика. Я, короче, здесь пасу двух коров. Вот так. А, так ты иди там. Господи, как же избавиться от этого чудика, ё-моё. Курсор. Как я от него избавиться-то? Автобег, боевая стойка. Вперед, назад, сесть. О! Сейчас бы на коровку посмотреть, эх. До навоза надо дышаться. Отлично. Самая неожиданная тактика в этом бою. Просто взять и лечь на пол. Я нажимаю на кнопку, она не нажимается почему-то, понимаешь? Объявлена война гильдии, отлично. У меня почему-то люди начинают по мне ходить. Слышишь? Да-да. Ну, черный дух, я нажимаю на черного духа, но он ничего не делает. Может, заглючило что-то? Тут что-то на N. О. Что я получила? Так. Зелье получила. Приму приглашение. Диалог. Так, ну да, ё-моё. Я по-пластунски бегу к тебе. Ты где? Катюш, не бросай меня. На меня даже путники ходят по мне. Мать твою, он мне по лицу встал, я ж герой. Господи,
Так, давайте сменим позицию, допустим, лежать на стоять. Томми, ты не хочешь со мной поговорить? Нет, видимо, нет. А ты что-то... Ядрит наркотики. Он явно что-то употребляет, судя по зракам. Отлично. Может, корову? Снижение. Так, ну с коровой мы особо диалогом не сойдемся. Слушай, как мне убрать вот эту Т? Ну, добежать, ну, типа, добежите. Что мне с ним тут делать? Давай будем избивать чучело. О, чучело умирает, чучело умирает. А скиллы какие мне есть? Ядрить, какие я вещи вытворяю. Да я прям дух! О, нет, все, закончился. Тут пьяная женщина от меня уползает, слышишь? Она меня между ног проползла. Это законно вообще? Алло. Это что за Слушай, хрень? чувак, как убать? Оно мне мешает. Оно просто мне мешает, реально. У меня тоже туда цель идет. Как бы ничего страшного, я не смотрю. Мне тоже направлено туда. О, вижу, стой, стой, стопэ, назад, назад, на исходную. Данже Гранже, что? Данже Гранже? Что? Данже Данте Гранже? Грандже. Так назад иди, я же... Так что, Петрусю? Во, привет. Фу, блин, уйдет. Что за ха-ха-ха? И уйдет мне. О, господи, он явился у меня, А ё-моё. как тебе это, что не с тобой сделать? Ну, того. О, там какая-то кнопка есть. Пригласить группу. Во, смотри. Что? Игрок не может откликнуться? Все, я тут. О, у меня карта появилась. Я тебе приглас кинул. У меня карта О! появилась, прикинь. Так, куда мы идем? Ё-моё, какой идем? Мне нужно сейчас, типа, делать задание. Я догоняйте. Петруся уже рядом. Стой, подожди, что заползет, посмотри. Чё с Это пьянство, я тебе говорю. Это же вот. чего? Я вот как увидел вот эту хрень и понял, что что-то пошло не так. Подожди, а как чат открыть? Слушай, Чат? по-моему, что-то у нас пошло не так. Слушай, как чат открыть? У меня чат пропал. Сюда иди. Как чат? Ползи ко мне. Как чат открыть, слышишь? Слышь, как чат открыть? Не знаю, на интернет, наверное. Так у меня нету чата Но у меня тоже самого вот чата в нету. принципе нет. Поэтому он скрытый год засут нажать, чай Пойду-ка я туда карта, да? полежу. О, нормально боком ползти тоже. Слышь, реалии, Слушай, просто реалии, смотри. подожди, как ты делаешь? Та-та-та-ра-та-ра-та. Ра-та-та-ра-та. Хей! Та-та-та-ра-та-та-та-та. Слушай, Та-та-та-ра-та. Хей! Умеешь так, да? Я могу еще так. как она называется? Подожди, слушай, как у меня чат пропал? Не знаю. А на кнопке, наверное, в менюшке. Person, меню, space. У меня Игра, чат наверное. именно пропал. Чат именно. Ну, посмотри, может быть, в менюшке где-нибудь должно быть. Отображение Салон питомца. красоты F4, что? Ну, как бы, Да да? ладно. Тихо. Я у ваших ног, Екатерина. Слушай, а ты, подожди, я у тебя с белыми волосами? Нет, с рыжими. Вот, ты у меня тоже с А то рыжими, есть понял? только для себя я вижу, ну ладно. Нет, на Так, бегущий. это что тут надо делать? О, Что мне норм. тут нужно делать? Ух, ты прыгаешь как. Так, а чем мне делать вообще? Зачем я сюда хожу? Основные навыки освоите. Сейчас я, короче, пойду, начально хотя бы что-нибудь выполню, и можно куда-нибудь идти уже. Так, давайте я посмотрю, что я умею. Ну, кроме того, что я умею лежать, лежать и еще раз лежать, надо еще что-то пробовать новенькое. О, хорошо. Я же, по-моему, все навыки изучил. Что не так-то? Что такое двойка? У меня какие-то коды пишут на двойку. Сильный удар. Ну все, а что Ой, не чат так? появился у меня. Отлично, ура! Да я же все вроде нажал уже. Что не так-то? Блин, надо какое-нибудь задание другое взять. Это у меня какое-то глупое задание. Мейп. Петрусю. Данте Гранза. Танте Гранже! Хорошо, Гранза так Гранза, окей. Гранже! Хорошо. Гранже! Так, почему мне нужно сейчас еще отрыть, слышишь, где-то Кого? эти? Где ты вообще задание берешь? Кого задание брать? А, тебе надо поделать, просто ты тупо ходишь, тыкаешь, 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 я Не, вот ну никого. этим я всегда специалист тыкать, 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 но тут не в кого.
Как это вообще понять, кого именно? Боже мой, я еле это прошла, ё-моё. В кого тыкать, понять не могу. Что такое? Посмотреть маршрут. Идти к цели. Окей. Ни хрена, тут есть кнопка автохода. Хорошо. Стражник. Да нахрен ты мне сдался? Давай я тебя буду избивать лучше. Ну все, что не так? По-моему, я избиваю стражника, а не чучело. А, это щит. Давай, раз, два, три. Все, я все навыки попробовал, все, что у меня были. Алло. Избиваю как могу, просто как барсучий бог. В и Л. Не знаю, что это мне дало, но что-то неприятное. Ну, и в чем суть? Освойте основные навыки. Я уже изучил. Урон, защита. О, это задача, я понял. Ну и как их освоить? Блин, или я туплю, или... Если возникла проблема, выберите меню задания, кнопка 0, отметьте задание, примите его повторно. Ну давай. Как его повторно? Ну давай. Я уже, по-моему, все свои навыки испытал на этом чучеле, но они как-то не того, не того. Там надо правильно. В смысле правильно? То, что там рисует? Ну вот, типа так. Браться с волками теперь. Так, ну я... Наверное, что-то не понимаю, но я пробую все скиллы свои, но ничего не дает, никакой бонус. Как вообще задачу заново здесь? Что-то мне не нравится. По-моему, я что-то накосячил. Так, возьмем О. И идти к цели. Показать награду. Отказаться от задания, вот что. Все. Так, ага. То есть я теперь избавил себя от всех задач всевозможных. Отлично, отлично, работаем. Да, да, дружно. Так, а куда мне идти теперь? Алхимик. Может, ты мне дашь что-нибудь полезать интересного? Тут какое-то общение есть. Ничего себе. Да, да, да. То есть да. Я должен общаться со всеми? Даже если мне человек-козел не нравится? Ладно, пойдем пообщаемся. Токин. О, какой уродец. Я вас понял. Общение 2 из 5. Неплохо. Растем. Не на глазах, а на руках. Это что за уродец? Я понял. Это важный объект, я понял. Где что не объект, то важный. Очень важный. Какие-то достижения у меня есть. Что за достижения? Награды. Окей. Ежедневная игра какая-то. Мили. Я какие-то мили получил. Блин, что за бред? Я что-то курю не того или что с игрой? Так, пойдем к маленькой странной женщине, похожей на дикобраза. Ой, я не буду бить женщину, похожую на дикобраза. Это слишком агрессивно. Я ее начал бить. А, ну ладно. Я испугался, что меня сейчас за это еще и ногами забьют. Кажется, я ее ногами начал бить, действительно. Ладно. Так, ладно. Ну как вообще? Как вообще? Где задание? Сказал, давайте, типа, снять... Надо сначала бесов убить, а потом с них снять одежду. Ну да. Чувак сказал. Типичная история. Вот я вижу какой-то бородатый дядька. Я пытаюсь его избить, но... Но у него... Что такое в начало? Что это имеется в виду? Ты-то кузнец, все дела, изучение. Блин, где задание? Hello? Hello? Задание? Hello? Я, по-моему, со всеми же пообщался, даже с теми, как... Нет, там их очень много. Нет, там надо общаться не по заданию. Флейта. Я какую-то флейту хочу кожаную взять у молодого человека. Это мне не нравится уже, перспектива такая. Я подошел к человеку, он мне говорит, не хочешь мою кожаную флейту подудеть? Я такой, ну что ты, мужчина, ты что, больной, что ли?
В общем. Как отнять шлему? Блин, ну как? Где... у кого ты сбрала задание? Катя, рассказывай. Ты просто бегаешь, а как отнять у Жилец. беса воина? А, надо беса воина искать, Мне ё-моё. какие-то козлы все попадаются. Я не люблю игры, где все козлы. Ну ладно. О, моментальная подгрузка, отлично. Солдат. Ну и что у меня толк от этого солдата? Он же сам даже разобщаться не хочет. Начало. Выход. Покажите мне веки. О, они осадили беднягу. О, задание нашел. Все Да я... сыновья мне пушки. Навыки. А, вон мой навык. Ага, попробуем. Так, окей, выходим. И что это такое? О, очень странная атака, скажу вам честно. Очень странная. И что это за косой бег? Он мне говорит, что я бежал с ВД. Что у меня сейчас залипание клавиш случится? Что ты делаешь? Алло! Прекрати! Он меня просит, чтобы я нажал... А, это я нажимаю. Беса мага. И чё мне нажимать? Оно без маг. Так. Тап. Окей, я перешел в боевую. Отлично. Левая или правая кнопки для удара. Хорошо. Если ты не имбецил. Хорошо. Принять оборонную стойку. Отнять посох у беса мага. Тут без мах. Без мах. Дальше. Без стальной без, стальной без воин. Стальной без. О. Я себя чувствую имбецилом, потому что меня просят... А, все нормально. А где тут без мах? Знаю, маленький, наверное, какие-нибудь чучела. Так. О, я выполнил задачу! У-ху-ху! Да сегодня я напьюсь! Без. О, Диалог. без маг нашла. Катя, читер, без меня выполняй задачу. Какая-то странная атака на Эрку. Ну ладно. Снять посох у беса мага, остальное без. Ладно, очко пока оставлю у себя. Серая лиса, дети. О, черная, черная, это как-то меня. Писюкатка ко мне пришла. Ну-ка. Писюкатка, ты ко мне пришла? Новое задание шум от жуков. Давай. И что делаем? О, у меня мини-карта появилась. Ядрить, колотись. Я тебе говорю, там надо. Так, а ты, блин, ну ты уже куда-то удрала, блин, ну как-то... Я пытаюсь найти беса мага. Как мне теперь найти свою писикатку? Ладно, пойдем искать свою писикатку здесь. Кого мне надо убить? Убить жука рогача. Снять посох у Отлично. беса мага. Вы жук рогач, мужчина? Да, вы жук рогач. Отлично. Бес воин. А, слэшем вызывается писюкатка. Вот оно что. Вопросик или слэш? Окей. Задание выполнено. Пойдем дальше. Задание. Важное задание. Давай, что дальше делаем? Расправьтесь, хорьком получите задание. Что? Избиваем рогачей. Это нереальное избиение жуков. Ну дайте корову, пропустите в коровник, алло. Вы покинули безопасную... Ага, здесь меня еще могут от этого того. Я понял. Кого мне надо убить? Привет, Андрей. Почему меня бьет собственная женщина? Лицо себе побей, понятно тебе? А, вон хорек. А, тут они даже подписаны. Ядрить, колотить. Ничего себе. Я даже не думал, что так возможно. И чё? Тотем бесов. Хорёк.
Писюкатка, давай общайся с хорьком. Я не знаю, какой диалог у вас сойдется, но ладно. Выберите награду. Выбираем писюкатку. Че еще? Ладно. Так, ну сейчас какие-то задания изи пошли. Да не скажи тут. Убейте хорька. Окей. Блин, я не того хорька убил. Да, мне ее засчитали его, представляешь? Надо было другого прессануть, я взял. Ну, ладно. А чё, как это подбирать? Угу. Тут Он мы... такой классный, это черненький. Сунинане. Он, по-моему... Хорош. Он, Он типа учит. по-моему... Он растет. Мне, как я помню, по ЗБТ он должен вырасти. Что? Да. Блин, опять писюка отказывать. Ну иди сюда. Так, тихо, тихо. Так, друзья. Я еще что-то выиграл. Запросы. Я избил писюкатку, и мне дали за это бонусов. Отлично. Писюкат. Навыки. Писюкатка меня опять отправила. Учись. Разберитесь ли... Учись. Ну я должен спасать мир! Я должен быть супергероем! Почему меня заставляют убивать лисиц, мать твою? Почему я должен убивать жуков? Обидно же. Чего, кого надо убить? Как это называется дерьмо? Какие-то... Волк? Волк, умри, волк. Эй, алло, меня сейчас волк отбьет. А как-то хп здесь странно, тебе не кажется? Как... Кстати, какого левела? Ты пятого, видишь, я еще дерусь, и тут смотри, тут же очень. Чего? Так, мне нужно отнять А, меч лисица. стального беса. Блин, Катя, ну ты слишком уже убежала. Ну подожди меня. Пожалуйста. Я тут Писюкатка. так одинок. У меня со мной только моя писюкатка в руках. Стальной бес. Разберитесь с волком. На, волк. О, сейчас хп нормально. Кстати, как-то периодически лагает. Периодически я не понимаю, хп у него заканчивается или нет. О, все. Отмудошил. Так, давай, забираем. Где писюкатка? Иди сюда. Иди сюда, животное. Ты где? Она говорит фа-фа-фа-фа-фа. Стальной Так, бес. я выбираю experience. Отлично. Я еще левела поймал за что-то. Охота. Да господи, да ну что за хрень? Почему меня заставляют теперь вырезать волков? Люблю убивать волков. Дайте мне поубивать волков. Стальной бес Избей меня. воин. Отлично. Нужен стальной Кто лучший бес убиватель волков? А? воин. А? 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 Кто эксперт по избиению волков? Стальной. Ой, я выполнил. Ладно, писюкатка, бегу к тебе. Куда идти? Давай. О! Черная писюкатка вышла на меня. Так. Я у нее что-то хп, я все забираю. Я ману даже не беру у нее. Я беру постоянно хп. Я же воин. Уничтожьте бесов, отлично. Разнообразие. Гринделка. Гринделка. Судя по тому, как он бежит, мне ноги Стальной отказало. бес. Убейте бесов. Окей. Сейчас мне как бес даст по щам. Я буду долго улыбаться. Шлем у стального беса. Надо снять тут какие-то шлемы, блин, отнимать. Удар в спину. Какой Нифига. бес? Я избиваю бесов, как бы. Так. Отлично. Залутал бесов. О, бес воин, нет. Я пошел. Ну, давай, дерись, как воин, как кошка, как маленький котенок. Давай, ворвись в него. Куси ему прямо в глаз. Отлично. Вот, next. Сейчас, я думаю, дебильное задание будет. Убейте бесов воинов. А? Сейчас такое будет задание, да? Правда же? О, мне какой-то сундук. Оружие ополченцев. Немножко ополченцев игру. Неплохо, неплохо. Я согласен. Отнять одежду у беса. Алло, что за задания такие? Катя, ты где-то рядом, явно. Я Да, помню. Алика уже пошла.
Ну, ты вот, ну как вы Не, можете... я тут бегаю, просто немножко дальше прошу. То есть тут я бегаю с бесами, не бойся. Так, отнять меч у стального беса. Мы же вроде отнять в патькой играли. Бес. Че, мне раздевать бесов надо? Я не бесов, хочу, да. Я не хочу раздевать беса. Так, у него только серебро. Отнять меч у стального, мне нужен стальной бес. Короче, я понимаю, что мне надо бес. Убивать у него, да, и убивать, и из него какие-то вещи должны выпадать. Да, ну как обычно. Ну да, я так и думал. Теперь он неожиданно. Просто бес. Бес воин, иди сюда. А? 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 Кто папка? Кто мамка? Ты? О, жук пробегает такой. А я не хотела вас! Отлично. Жук прошел, ну нахер. Отнять одежду. У беса. Я одну у кого-то стырил. Правда, я не понял, каким образом я стырил ее. Ну, в общем, я стырил. А ну, отнять одежду. Снять трусы с беса. Так, бес, ты мне как отец. О, бес маг. Отнять посох у беса. Отлично, всегда мечтал. Как у них хп? Я вот не понимаю, как... Чё за бред? Чё так хп странно работает? О, бес маг еще один. Давай-ка ему еще тоже лилей дам. Ой, кажется, его не надо было бить. Там не сложно еще. А? Чё там? Сложные они идут дальше. Ты не знаю. Ну, у меня воин, как бы, он как бы... Ему все равно, по идее, на сложность. Он максимально в броню вкачан. Ну-ка, снять трусы с беса. Ну, базу. Несвежие трусы. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Так, где у меня эти... Прям дай чувствую, мой. Как трусы потеют у беса. Какой-то Рональдо бегает здесь. Ну ладно, нормально. Думаю, нет повода переживать. Блин, я случайно мага начал бить. Ёп, красота. Сейчас же он мне и... Не, он медленно атакует. Хорошо, я за мага не стал играть. Они медленно атакуют. У них cool damage, но вот... О, черная писюкатка. Вызови черную писюкатку, давай. Чё она фа-фа-фа все время говорит? Фа-фа-фа-фа-фа. Да я прям дилер! Так, я еще, кстати, оружие даже не переодевал. Тотемом бесов? Ну, давай, окей. Их сейчас бы без бы. Блин. Сагрил бесов на себя. Ладно, придется двух бесов теперь убивать. Бойс. Да, они, кстати, нормально. Защитная так... башня бесов. А что-то как-то хп у этой хрени многовато. Давай, ломай. Ломай, мать твою. А, все? Все, какие-то задания изичные. Я даже особо хп не теряю на них. Давай, источник силы бесов. Я еще какой-то сундук нашел. Ну, потом будем открывать. Позже. А ты читаешь, кстати, предысторию, что там написано еще? Да. А я нет. А, а, а? Кто углубляется в сюжет? Так, что мне надо сделать? Отнять меч у стального беса. Отнять шлем у беса. Да, господи, что за херня? Там очень много всего нужно поднимать. Какого хрена я должен избивать бедных бесов, чтобы отнять у них вещи? Я похож на мародера. Так, инвентарь. Давай-ка чекнем, что в сундуке. А как сундук открыть? Ура! Я выполнил все, что связано с бесами! Тихо, тихо сейчас. Я стал как-то неожиданно с воинами бесов, и они... О, я нашел себе топ оружия покруче моего. У меня пока ничего, ничего нет. Подожди. Я нашел. А ты ящик-то открывала? Сейчас открою. О, вот это я понимаю, дэмидж. Жал. Дуд дэмидж. Избиение в два удара. Как его поставить? На-на. О, беса улетает за 2-3 шота. А два клика, и он меняется автоматом. Так, снимаем трусы, да? С бесов. Да. Инвентарь, подожди. Этот ну, кинжал. Я с какой-то сарни здесь стою. Сейчас бы с сарни постоять. О, стальной бес. А ну да, я тебе еще дам. Все отлично. Тут, кстати, лагает жестокое хп. Я не понимаю, почему. У тебя не глючит графа с хп?
О, я вижу тебя. Hello. Винтарь, hello. Hello. Давай, доделывай задание. Какое? Вот это вот? Ну так я Да. доделываю, мне осталось чуть-чуть здесь. Я Здесь уже одни. избил стальных. Почему они красным светятся? Что это, Тусуй. типа опасность, типа? Тусись с бесами. На-на. Вот так вот, да, называется? В пачке давай поиграем. Вместе Да будем выполнять правильно, ты задачи. же. Э-э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 . Что такое? Там какая-то... Пиделка куда-то убежала, понимаешь? Стальные трусы. Так, у этого есть свежие трусы? А ну. Петрусь узнает толк в хороших трусах. Связачок, да? Да, еще не пахнут. Главное правильной стороной одевать, чтобы коричневая была сзади. Так. Ну, они мне сделать ничего не могут. Через щит они еле пробиваются. Какой у меня скилл есть. Да, лучше быстрая атака, он быстрее умирает. И последний деда-демон. О, привет. А я тебя знаю. И фаталити. А как делать побольше карту? На плюсиком, нет? А, там, наверное, Нет. настройка, Катюш, Катюш, настройка, посмотри. Все, 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 я увидела. Или контролом как-нибудь оттягивается. М. А, ты и так имеешь в виду? Вообще мини-карту, чтобы Да, да, открыться? А, да, ну да, ты же... да. Черный дух. Печукатка, я вызываю тебя. Она что-то там говорит мне не на русском. Следующая задача. Выход. Так, ну и что ты мне предлагаешь? Защитную башню бесов. Как это интересно. А ну. Ты, это ж просто нереально. Что ты делаешь со мной? Уф, сложность игры. Отлично. Я все сломал, кажется. Мне надо было 5 разрушить, я все 5 одной убил. Ладно. Так. Что ты говоришь, что у тебя там за задание? Вау. Мне какой-то найди Джайми. Ну, пойдем Джайми искать. Джайми. Какой мужчинка? Бежим. На-н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 а-
Дайте мне лошадь, я хочу на лошади покататься. Тоже хочу покататься на ней. А то как-то скучно. Паркинг, ты видишь? Паркинг. Где? Вот тут лошадь, типа паркинг. Отлично. Припарковать свою лошадку? Неплохо, неплохо. Да я с мужчиной поговорю. Мужчина, вы как тут? О, плюсик мне поставил, красава. Я тебе тоже лайк поставлю куда-нибудь. Беги, Джеронимо, беги! Беги, паркинг. Как никогда не бежал. Понимаю, что тут паркинг. Западный лагерь, окей. Идите, Джейми. А где Джейми-то? Кто-то меня начал бить, я понял. О! Экспириенс, все дела. Ну все, что дальше? Я все такая, она такая... А что с ним можно сделать? Ему можно... А, о, нет, о, вот задание у него можно взять. Хорошо, что-то мне там предлагал-то хоть задание, надо было читануть хоть. А? Черная плесень просит вашего внимания, я понял. Черная плесень? Да, она такая, она может удивлять. Немножко черной плесени. О, давай мне задание. Что ты хочешь от меня, черная плесень? Сделай мне задание, давай, сделай. О, нажимаем букву Т, и это кнопка для инвалида. Ты ж такой, квесту бы сбегать. О, тут лошадка стоит чья-то. Можно ее оседлать? А паркинг написано на туре. Черная плесень у меня просто, она меня бесит, черная плесень. А, ты зажимаешь, он постоянно бежит, я понял. Ага. Блин, тут все. А, вон Катя бегает, туда-сюда. Туда-сюда, сюда-туда. Да, я просто смотрю, как, короче, типа... Ты правда хочешь, чтобы я это ела? Ты смотрела на этого человека-оленя, когда он пытается покормить ее яблоками? Я думаю, ты упустила много, если ты не посмотрела этого прекрасного персонажа. Так, короче, алло. Ох, я выкатился из этого храма. Так, писюкатка, давай-ка мне задачу, а?
Придумай мне какую-нибудь задачу. Там волков там отыметь. В смысле, отубить. Я думаю, надо, тут... Надо, сейчас надо будет поискать этих... как его... Магазин. Не магазин, а там надо поискать эти... Кого? Пойти в тот город... О, кстати... О, щит нашел. Поискать людей, понял? О, я поставил себе более крутой щит. Норм. Людей? А зачем тебе люди? Люди злые, они умеют цап-цап-цап. На все дела. О, тут Никсуко, прикинь. У-у-у, вот этот поворот. Нормально, сучко. Там да поискать, просто понял, всяких людей, типа... Привет, привет. Воровство? Блин, мне F2 не работает, я поворовал бы. Катя, не мешай мне здороваться с этими странными предметами. Где задание брать? Задание. Hello. Тебе надо задание, блин, чувак, ты не сделал задание еще. Какое? Я сделал все задание. Я общаюсь со всеми людьми. Я почти как местный уже. Они меня как братишку уже по ногам уже гладят. Ну, я думаю, это не то, но... Привет. Серого волка, левел 14. Господи, я только 9 левел. Куда у тебя такие задачи? У меня даже такой нету. Кентавр, ты где? Не забывайте ухо. А, это восклицательный знак, это и есть задача. Ядрить, колотить. Джейми, дай мне задачу. Не будь дебилом, дай мне задачу. О! О! Если ты не поп-поп-поп. А что мне нажать? Ладно, вызовем писюкатку на всякий случай. Может, она что-то знает? Нет, она тупая. Ладно. А-а-а. Так, нажимаем О, смотрим задачу. Так, ну что, тут генерал где-то? Лагерь стражников, найти Джейми. Здесь... А это выполнено, интересно, или... Нет, скорее всего, не выполнено. А, ну мне, скорее всего, подойти к этой дряни. Так, Джейми, ну-ка тебе помашу ладошкой. Привет! Ну? Задание. А, я и не нажал его просто снизу. Все, я принял задачу. Катюш, что у тебя за задача там? Я бегаю, короче, тут надо, короче, смотреть, надо еще кое с кем. О, мне навестить пенсию надо. Пойду пенсию поищу. Я, кажется, сбиваю уже прохожих. И они меня тоже в ответ пинают. Тут кто-то на муле катается. Так, здравствуйте. Торговка, привет. А, выбрать награду. Какой поворот. Так, далее. Еще задача. С Клиффом поговорить? Да я прям общительный сегодня. Ну, где мой... Где мой генерал? Так, ну у меня какая-то, короче, бродилка пока. Общение со всеми инвалидами в этом племени. Да, да, да. Ты тут походишь, общаешься со всеми, сука, инвалидами. Тут кто-то... Тут какой-то парадайз стоит раком прямо у генерала, я понял. Поверьте мне, я говорю правду, не вру. Своими глазами видел их. Как в Гарри Поттере это чувака звали, который гном был? Пещера. Пещера бесов. Так, мне надо еще один остался найти истребитель бесов и найти кузнеца. Мне кажется, текстурку надо получше сделать, а то квадратные текстурки как-то, ну, не очень. Инвентарь. Чё у меня здесь интересно? Что-нибудь кажется, интересно. Добби хочет свободы. Набор комфорт 7 дней. У меня есть набор комфорт 7 дней. Описать пользователя предмет на следующие 7 дней. Получится бонусы. 8 слотов в инвентаре. У меня откуда-то оно есть, прикинь. Так, мне тут нужен где-то кузнеца отрыть. Отрой кузнеца. А вон кузнец, нашла его. Я, короче, набрал каких-то задач, только не знаю, как я их буду делать. Но, в общем, логистика. О, ничего себе. А, ну тут эта херня, говорят, помогает. Он, давай с тобой просто пообщаемся. Где сам кузнец-то, ё-моё. Все, алло, давай, до свидания. Кузнец где-то в городе был. О, писюкатка требует вашего внимания. У-у-у! Писюкатка. Почему он такая ласковая со мной? Писюкатка. Может, она меня видела голым?
Так, ладно. Смертельный удар какой-то. Я же готов нагибать кого-нибудь. Я же лучше, лучше. Серьги. Так, мне нужна цепочка встречи с Эдзоном и убить серого волка. Зачем мне серьги? Меткость. Окей. Выучить стремительный удар у. Ну, пойдем выучим стремительный удар. Ох, не дрить с ним общаться. Слушай, ну это просто... Просто если тебе скучно, не хочешь с кем-то пообщаться, вот играй в эту игру. Угу. Стремительный... Я аж подавилась. Что такое? А где стремительный удар? Где вообще искать его? А, вон он. Подготовка к обороне. Контур удар мечом. О, стремительный удар. Он у меня вроде как изучен даже. Ну, ладно. Пронзающий удар. Он так смешно прыгает. Да ладно, ну что это? Ого, резкое уклонение. С чуваком мы пообщались. Где-то еще один чувак должен быть. Да, сильный удар. Ой, я буду прокачивать сильный удар, если это реально. Как? Как тебя прокачать? О, нет. А, вот он. Вот возможные варианты изучения. Мощный удар щитом. А, я случайно изучил. Алло, верните мои очки. Не хватает, типа, общения, навыка, понимаешь? МФС. Нужно будет идти возвращаться в тот город, короче, там что-то делать. Хорошо. Не хватает общения. Вот ты... Общения не хотят. Можно украсть запаркованного лося? Нет, нельзя. Так, кто это? Это Катя бегает, вижу. Так, ну давай пообщаемся. Здорово, как оно? Ситуация на южных воротах. Ну и чем прикол-то? В чем у меня написано смайлик? Ситуация на южных воротах. Ну и чё? Я не пойму, в чем прикол? А, я должен узнать. Бежим, щитовоз. И главная задача интересная. А, я не пообщался с ним. Что-то я как-то, да, скиллы-то изучил, а вот пообщаться. Он мне, кстати, силу показал, что я тупица. Да. Я не очень рад, что ты со мной соглашаешься в этой ситуации. Завершено, завершено. Ну вот я все квесты у писюкатки пополнял. Ну пойдем сюда сходим. Здесь свинья какая-то нарисована. Может быть, это что-то значит? Витрина с оружием. А ну. А как это? F1, приветствие. Ну давай, кинем Зигу. Кинул Зигу. Отлично. Что дальше? Вот это мне нравится. Так, хорошо. А, я с ним пока не поздороваюсь, этот мудлан мне хрен даст задание. Я понял, понял. Это ж так логично. Если ты с ним не поздороваешься, он тебя обидит. Будет на тебя просто слезки лить. Убить серых волков. Изи мод. Так, сейчас бы нажать Т, не промахнуться. О, смотри-ка, как интересно. За мной кто-то бежит. Так. Эй, да, я с этим поздороваюсь. Ну, нахрен, потом опять обидится. Они ж тупые, как бревна здесь. Они обижаются на то, что ты даже на них подышал. Джулиана Сантана. А типа сюда, да, нельзя было прийти просто и... Зачем круга? А ну избивать волков. О. Серый вольк. Серый вольк. Серый вольк. Такой серый вольк. А три на одного как она? Нормально, вольки? Нормально. Ой, я один убил всех вольков. Изи мод. Легче, наверное, только курить ногами. А когда она эволюционирует? Она же эволюционирует должна, по идее, так-то. И чё? Я сделал квест...
your life. Кто-то там скрывает волка, я вижу. Отлично. Типичный день в аду. Ну, задание. Так, кузнец. Чё у меня кузнеца еще нет? Я не видела тут. Где тут еще один кузнец? Вот где его искать-то, Кек? Не знаю. А, не кузнец же сверху. Там а где-то. Он не считается как, типа, это не тот это кузнец. Не кузнец, который не кузнец, а вот конюх. Вот, я не знаю, где еще. Я поздружился с конюхом, понимаешь? Все. А где еще искать-то этого? А что, мне с ним поздороваться, типа, сначала? Да, и ты задрал меня. Не, реально, где еще искать-то кузнеца, ё-моё. Давайте, хеллоу. А почему сразу... Да, почему ты шаг мне сразу обратился, я просто испугался, ладно. Что, война гильдии? Дерево, но это уже он кузнец. Вот этот кузнец. Знаешь, конух. Так, ремонт, магазин. Так, о, мечи. Лаус, кузнец. Ого, 8-12. Не, мой круче, который мне подарили. Кузнец. Ну, это не тот кузнец, понимаешь? Вот что прикол. А ну, а этого задания есть? Нет, это тупой. Типа. А где еще, сука, кузнец, не могу понять. А это не кузнец? Нет. Вот, рядом со мной стоит. Нет. А, он кузнец, не кузнец, я понял. Понимаешь, а я не знаю, вот где еще кузнец. Нет, кузнец это. Кузнец Мигель Арис. Ты чего? Да, он открылся как кузнец? Да, обычный ну, кузнец. В плане, как у тебя вот. Да, да, кузнец, кузнец, да, да. Жители западного. Да, 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 да. Просто кузнец, я у него вещи покупать могу. Это жители Оливии. Так, кузнец, да, но он не считается как. Ну ладно. Ну, в общем, я в него потыркал. Ну. Ты знаешь, когда... Еще как... какой-то просто кузнец должен, понимаешь? Откуда ты... Как ты знаешь, что вообще нужен? Там есть задание. Найти кузнеца? Да. Ремонт. А что мне ремкать-то? Не, я ничего не хочу ремкать. У меня все задрипанное. Так, ну вот этого я кузнеца полапал. Теперь тебя полапать надо. Общение. А чё только, чтобы они со мной дружили? Чуть понять не могу. О, можно Клауса куда-то пихать. Чуть не пойму. А как это работает? А? Как вот эта вот схема, которая симпатия? Чё это фигня? Как сюда чё пихать в колечки в эти? Или это типа со всеми подружиться надо? Hello! Все, будем общаться? Так, какая-то мозговая атака. Там миллиард... А, и тут мне о каждом человеке пишут, с кем я кого-то избивал когда-либо. Всё, спасибо, я изучился. Так было интересно. Ну? И что ты, курица, на меня смотришь? Так, тут какое-то задание спереди. Судя по восклицательному знаку. О, точно, в натуре. Новое задание. Давай. Принять. Так, что теперь? А ты делала встретиться с А? Не знаю. Эданом каким-то. Вот мне... Куда-то да, меня, да. Короче, отправили. Ладно, сейчас я на секундочку. Ё, пока он бежит, сейчас я приду. Ты тут? Ага. Пройдут года, но мой олень все бежит, я понял.
Он избивает уже и прохожих, я понял. Так, а у тебя там как? Да. Все в порядке. Я в какой-то другой город убежал в данный момент. Не знаю, как это связано, но я куда-то в какие-то подземелья ушел. А ты была в подземельях? Кать? Да, я в подземелье. А, то есть я не один там буду гулять, я понял. Тут добывают кого-то. Видимо, молоко мамонта. Кстати, у меня не было задачи доить козу или кого-то там доил. Это не задача, это типа... Я понял, тут давайте еще... Черный дух, да, он типа плохой. Мы типа делаем его за задание, но... Так. О, писюкатка, смотри, писюкатка закралась к нему прям в попу. Это плохо. Давай еще задание. Так, давай пообщаемся. Буду частично лицемером, но буду общаться со всеми. Ну, что ты говоришь? Вы же твое будущее. Не суди, да не судим будешь. Что ты там? А можете ручкой помахать? Нет, видимо, с ним диалоги плохи. О, а еще что-то. О, меня куда-то телепортнуло, Кать. Куда тебя телепортнуло? О, я на задачу какую-то пошел. А, нет, какую? Это, блин, это всего лишь эльфика. Я думал, какая-то задача. Тут что-то какие-то приколы с реликвией. Нет, не я. Я ощущаю темную силу. Потрогай мой амулетик. Господи, какие наркоманы. Камень равновесия. Агрессивная писюкатка? Отлично. Агрессивная писюкатка. А ты знаешь... А, видишь, подожди, ты тоже эти задания выполняешь, что ли? Не могу понять. Какие? Которые я выполняю, что ли? Может быть. Мы, кстати, может, мы в пати выполняем с тобой вдвоем? Охренеть! Что такое? Ну, типа, задания, да, выполняем. Ну да, пати. Это же называется. Вместе проходить все миссии. Скорее всего, мы с тобой их вместе проходим все долгое время. Слушай, сейчас экран закрываешь, и там... такие звуки. О, у тебя мутировала, кстати, писюкатка? Стало более? Свободных. Да? В смысле, мутировала. Но у меня она теперь имеет лицо. Писюкатка? Писюкатка теперь с зубами, слышишь? Это страшно. Кек. Все, у меня писюкатка с зубами. Я ее прокачал. А что это хрень? Древний артефакт. Что, мне еще раз? Нет, я не хочу смотреть этот ролик еще раз. Прекрати! Так, так не смотри его, ё-моё. Все, все, я скипнул. Фу-фу-фу, ну его нахрен. Не знаю, у меня писюкатка уже это. Пробуждение черного духа 1 из 4. А мне пишут, что мне туда. А что мне делать? Понять не могу. А что мне сделать, чтобы писюкатка... Писюкатка расцвела. Может, с этим... Слабого древня. Я, короче, задание там набираю, Кать. Если что, они. Если они у нас общие, то я набираю их, короче. Миллиард новых заданий. Поговорите с алхимиком. Алхимиком. А я эти уже. Каким. А где ты находишься? Да я все там же, но у меня почему-то написано цепочка пробуждения какого-то черного духа. Так, убить взрослого древня. Один из четырех почему-то. Что идем такое? Идем ко мне, идем, нужно взрослый. Да погоди, я не могу понять, что за... Взрослый... Идем, нам надо убить будет древня, короче. Ого. Молодой древень. Вот ко мне подойди, пожалуйста. Пробуждение. А, так мне надо... А ты где ты? Ты, не... ты видишь на карте меня, как такой большой... Большой. После писюкатки все кажется большим. Эх, когда она еще кусает тебя, романтика. Так, я еще задание пока. Древнее оружие какое-то стырю. Все, окей, го. Древнее оружие, ладно. Ну, я не знаю, где ты, я бегу к тебе.
пытаюсь выйти из этих аналиев карнавалиев. Так, а ты... Так, убить слабого, убить взрослого древнего можно убить. Писюкатка требует вашего внимания. Ну давай, писюкатка. Ты меня видишь, нет? Сейчас на карте. Я... А, писюкатка еще пока не появилась, я понял. Но у нее были зубы, я видел. Я у писюкатки сейчас задание беру. А как ты? Ты... А, ты синий значок, я понял. Ой, я нашел какую-то женщину, с ней можно поговорить. Логистика. Налоги и база. Короче, фиксим. Ты хрюшек убиваешь здесь? Их. Надо слабого еще древнего бить. Во славу сатаны. Да, да, кстати, ты выполняешь задачу. На то, есть я, то есть я тут бегаю, угу. Выполняю. Да-да. Понимаете, все. Выполняй, выполняй. Зараза ты! Выполняй, выполняй. Да ты вон ты рядом со мной бегаешь, что ты? Я, кстати, тоже убиваю древнего. И нормально. Да не нужен нам древний, господи, открой задание. Нужен, нужен. Убить слабого древнего, у меня а, есть. Слабого, все, есть оно. Все, ты че? Ну что ты со мной так? Взрослого давайте, писюкатка, умри! Умри, животное! Умри! Пригубилась эта дрянь. О, боже ты мой. О, смотри, как хорошо зато пошло. Умри! О. Так, еще слабый, о, слабый. Вон, пойдем слабого. Последнего. Че ты руками бьешь? Давай я так сделаю, все. Так, еще один слабый нам нужен. Зачем? А, да, 4. 5. Слабый кабан, давай. Слабый кабан. Надеюсь, это имеет полезное дело, правда? Я убил кабанейку. Знаю, кто твой повелитель. Все, ну, черный дух, давай. Че там? Он растет! Господи, какой классненький! А, точно. Давай черную макаку. Ой, я же говорю, губатка у них теперь появилась. Теперь ему удобнее это делать, отлично. Так, ну подожди, всё. У меня, подожди, стой, стой, подожди, инвентарь, стой, мне надо что-то выкинуть. Там какое-то усиление появилось у него. Ой. О, слушай, усиление какое-то появилось. Шанс успешно усилить предмет появился. То есть, о, броня у меня есть, ядрить, колотить. Мне броню дали. Так, давай посмотрим в инвентаре. О, теперь у меня есть одежда! Очки опыта 10%. Что это такое? На 10 минут. Окей, давай. Так, ветка. Что у меня? Ну-ка, инвентарь. Один слот. Бесплатно мне подарили. Так, тоже один слот. Ох, нифига себе, премиум там слотики. Охренеть. Там очень много всего. Так, ну-ка, сейчас посмотрю. Третья цесуна. Что у нас вот тут за задание? Нужно вот получить вот это вот задание. Поговорить надо с великой Алу-ла-ла-ла. Ты идешь общаться туда с великой Алу-ла-ла-ла? Алу-ла-ла? Ну, беги. Я за тобой, короче. Давай. Может, нам сейчас нужно вернуться в то здание. Ой, в тот первый город, короче. На чем? Там отыскать всех этих НФС, чтобы, типа, засчиталось, что мы весь город, типа, за... Ну... Рандом-дом. Немножко НФС найти. А экзибит там будет, нет? Рон-дон-дон, о. Лоурайдер, давай. Рон-дон-дон. Зачем ты трогаешь бедных рабочих? Какие-то статуи. Статуя? У статуи нету хуя. Ну не порти мой рассказ. У статуи нету глаз. О, давай заберем у него задачу. Занесла же меня отсюда как-то, а? А ты же не веришь? Так, это есть. Бегай по этим статуям, ё-моё. Каким? О, мне надо что-то у него забрать. Вот, которые вокруг статуи стоят. Что с ними будет? О, точно, смотри. Точно, смотри, умничка. Что бы я без тебя делал, Катюша? Застряла. Не каждый может. Застряла. Тихо, я вскрою. Отлично, еще одна вскрыл. Ты открываешь или нет? Да, тебе нужно с этим чуваком поболтать. Давай, открывай ее. То-то-то-то. Блин, я застрял в камнях. Так, а сколько их надо натыкать? Так, дальше поговорить с алхимиком Вере. Вот этому. Бежим. Ну, все вроде, я все потыкал, все, что мог. Вся все даже мы уже прошли. Пошли дальше. А, то есть я как дебил. У тебя есть задание, вот. Мяу! Ну почему?
Почему у меня клавиши? Алло! Так, а что у нас за задание? Блин, мне все еще там. Совершите путь джедая. Ну давай заглянем. Можно изучить. Так, я что-то. Я изучила. Что за бред? Бежим. Так, я забрал. А как? А, все, нормально. Я просто не взял свои бонусы с того задания. Да беги, дрянь. Ты мне? Да я не тебе, у меня... Кланы тут некоторые. Блюду слагают. Говорите... Так, бежим, короче, через тупо через этот. Сейчас я к тебе прибегу, сейчас я тут определюсь, что мне тут. Почему меня все время в это задание тянет? Ты поговори с алхимиком Вели Алустином. Да, так он мне показывает, что именно сюда, в этой локации, где я сейчас тусуюсь. Да? Да. Я бы не тусовался, если бы он мне такое не писал бы. Я вот где он, этот тупой алхимик? Что из них алхимик? Я, по-моему, все уже потыкался, что мог. Даже тыкал то, что нельзя тыкать. Дрянь какая-то. Да, вроде все потыкал. Отпустите меня, вонючие статуи! Ладно, куда там побежала? В какой город? Так, надо будет еще поискать, короче. Я вот думаю найти оружие древних. Оружие. Поговорить оружие древних, мне такого нету. У меня есть, я взято древнее оружие. А, так оно вот. В древнем каменном зале получите знание защитное оружие. Что? Вот, видимо, где-то здесь его надо получать. Судя по всему. Ладно, пойдем-ка найдем алхимика Вилли. Вилли, не Вилли. Ну, ты уже 10-й, понимаешь? А ты какая? 10-я. Ну, вот, плохо, что ли? Дождь пошел, ничего себе. Так, я тут все тыркаю статуи зачем-то. Да пошли со мной, ё-моё. Нельзя. Нельзя, я должен все потыкать. Каменный зал. Зал пророчества, что-то там. А, я какие-то штуки выполняю здесь. У меня что-то сила уходит. Чувствую, как из ног уходит сила. Да, тут что-то потыкать надо. Ну, я тебе сейчас приду, я тут пойму, в чем суть моего квеста. Ладно, вроде всех потыкал. А, в древнем... Получите знания. Сейчас... Я, короче, частично это выполнил уже задачу. А, возможно, даже уже выполнил. Пойдем, посмотрю. Типа, древнее здание. Не, здесь ничего не пишется. Уж глаза бред. Первый древний человек. Я же все потыкал. Все. В древнем зале. А, то есть где-то еще. Да ты задрал! Ну что за херня? Почему не. Археологи хреновы. Так. Алтарь я потыкался. Это древнее оружие я потыкал. Там алхимик уже нашла, он, блин. Ну ты читер, я тебе говорю уже. Я не могу, у меня здесь какое-то оружие, как-то его надо активировать. Вот. А по-моему, вот я выполнил его. Нет? Бог его знает, как она работает. Ну иди уже, ну не тупи.
Ну все вроде. Эй, алло, хватит так прыгать. Понять я не могу, что я тут пропустил. Писью катки вроде пока не надо тыкать. Дрянь зале. Знание, аромат защитника, оружия. Хрен его знает, где она должна была быть. Ну что он залипает? У меня что, батарейка садит, что ли? Ну давай же. Занесла же тебя сюда нелегкая. Свет всегда сильнее тьмы. Свет всегда сильнее тьмы. Да, тут, короче. Задание, пробуждение. Я вас понял. То есть. Ну что там все это? Ну что это? Я же пытаюсь разобраться в игре. Ну что ты так начинаешь? Да иди ты, дрянь, паскуда! Хватит тормозить! Нету, блин, всяких слотов, ё-моё. Так, ладно, я вас понял. Беги. Беги, как я не бежал никогда. Все, я побежал к какому-то алканавтору. Ну ты уже там, я понимаю, да? Уже потыркала в господина алхимика. Да. Ну, читер. Мне не потыкать в него еще. Ладно, потыкаем чуть позже. Было бы хорошо, если бы я занял следом древних оружия, пока я изучаю рисунки на камне. Ах ты, дрянь, паскуда падла, еще и грубит мне. Беги. Беги, порхай, как бабочка, и жаль, как жила. Быстрее. Грабих. Кстати, я понимаю, что жителей тут грабить можно. Кто-то припарковал своего скакуна. А почему я красный свечусь? А, уже не свечусь. Я подхожу и просто избиваю плечом людей. Я ни одного еще не пропустил, чтобы его не ударить плечом. Нет? Нет, ни одного не пропустил. Трагедия, а не комедия. Это ты кому? А тут чувак типа говорит, это трагедия. О, обидка, обидка. Серьезно, серьезно. А, ну я вижу, ты тоже 10 уровень, как бы. Так что мы пока на равных бегаем тут. У меня 104 ампулы с красных хуйней. Это как называется там? ХП Potion, по-моему, или как? Ну, в общем, она на ХПшку. Ого, тут кланы бегают уже какие-то топовые. Я понял вас. Я просрал весь бонус к экспа. Мяу. Оп, мужчина, стой. Вы меня хотите посмотреть? Вот, смотрите на моё. Почему у человека грустное хлебало? Так. Ну я бегу дальше. Я тем временем какое-то задание еще стырил, пока бегал. Торговец с писюн... Что? Что? А, я неправильно прочитал. Я аж подумал, что там продают писи... домики. В общем, домики для... Блин, ну ты понимаешь. У меня же задрал, дайте мне лошадь, я хочу на лошади. Хотя... Я тоже хочу на лошади, ё-моё. Увеличенная выносливость. Представляешь медали сейчас только что? Тут я нашла эту, короче, семью какую-то. Я вижу. Шведскую, блин. Что? Ох уж эта шведская семья. У меня белые волосы, меня это пугает больше, чем твоя шведская семейка. Та-та-ра-та-та-та-ра. На-на-ра-на-ра-на. Как, наверное, весело весь день бегать, это попахивает идиотизмом, мне кажется. Ой, бежать осталось всего 500 метров, представляешь себе? Всего ничего, да? Ну, тут даже, кстати, написано, сколько бежать надо, я вот этого не ожидал. Что тут какие-то... Доширак побежал, отлично. Немножко доширака.
Кстати, на, видимо, надо будет оформить пробуждение. Трупец идет, не спешит. Отлично. Ну, я понимаю, почему Ник был занят изначально. Так что, в принципе, да, где-то здесь бегают там усики в трусиках, там все дела. Тут ласка бегает или хомяк, или кто, как это называется-то хоть? Ну, тут меня только что лошадь передавила. Ну, в принципе, да, как вариант. Тут надо будет свою собственную усадьбу покупать в итоге, как я помню. Как ты помнишь, ты играл, что ли? Ну, я смотрел много об этой игре в свое время, то есть когда она еще была на Альфе. Вот, тут что планировалось? Здесь можно, грубо говоря, иметь свою как бы маленькую типа провинции. Вот, и там, в общем, у тебя будут работать люди в домиках. Ну, в общем, так я криво бока, но что-то такое там. О, можно потыкать в этого алхимика. Вам не нужно думать про алхимию, как про что-то непостижимое и сложное. Алхимия – первый шаг к осознанию природы всего сущего. Обувь, румик за 3 ляма серебра, охренеть. Да, слышишь, когда-то я тоже шел дорогой приключений, но потом мне прострелили колено. И мое путешествие немножко дольше стало. Сейчас приду, секундочку. А, давай. А я пока послушаю. Ты. Ты, мой друг. Так, короче, мужчина, я с вами пообщался бы, но не пообщаюсь. Все. Свидание. Все. Окей, босс, можно валить отсюда. Так, какой-то вопросики. У меня к вам вопрос. Есть мозг, а может быть нет. Что это такое? Что это за алкоголица? Что я, чего я с ним должен общаться с алкоголицей? Я не понял. О, алхимик. Тут, Ромка, ау. Слышишь, так давай с тобой, если тебе игра нормально пошла, давай с тобой играть в Black Desert все-таки. Black Desert, ну... Тебе не, ну, не нравится. Не, оно мне нравится, но просто надо много времени. Стрявший же. Вот я кота нашла. Надо, видишь, время на нее искать. Ну, в принципе, часик-два можно, в принципе, в день. Это спокойнее, чем танки какие-то. И здесь нервы не умирают, по крайней мере, так быстро. Во. Вам нужно зелье. Задание. Я просто не понимаю, что я буду делать, когда задание закончится. Точнее, я пока не придумал, что я буду делать. Катюха там уже просто ускакала куда-то уже. Бегом, моя лошадь, бегом. Тот-цабе. Там котенок, заблудившийся кот, блин. Что? Ты ищешь котенка? Вы покинули безопасную территорию. На вас началась охота. Да. Сейчас бы травы найти где-нибудь. Интересно, задание выдают. Что это за... Тут можно, просто тут можно, блин, прыгать, понимаешь, по разным этим. Почему? По заданиям? Да. Ну, может быть, так. Я какую-то траву взял. Пошел искать траву. Какую? Ну, тут задание. Найти травы. Для какого-то алхимика. Подожди. Вот, точно. Подожди меня. Ну, что ж ты делаешь? Пойду... У нас же не выполняются же задания, ё-моё. Я траву пока добываю. Сколько надо убить травы? Пугало можно убить? Видимо, да. Так, я избиваю кусты в очередной раз. По-моему, я выполнил задание. Я выполнила задание, но почему у меня же горит, что типа выполнено задание? Какое? Просьба Эллен, да, говорит тебе? Не, встретиться. То есть, типа, выполнено, у меня кошка есть. А, ну у нас с тобой, понимаешь, если мы рядом бегаем, то они выполняются одновременно. Так, зачем мы бегаем отдельно, ё-моё? Да я тебя спрашиваю, что ты от меня бегаешь постоянно? Так ты ко мне иди, потому что я же...
Это не аргумент. А, мне нет инвентаря. Ну, и где тебе искать? О, 90 метров. Какого херена я целый круг делал? Алло, я застрял в гусенице. Так. Пойду сдам наркотические задания. Кстати, по-моему, он перепрыгивать не умеет. Подожди, ты где? Ты синий, да? Да, я в городе. А в чем ты так? Подожди, так что ты в таком... Стой, стой, подожди, подойди ко мне, пожалуйста. Ну я траву пытаюсь сдать. Какую траву? Ты где? Которую... Так, подожди меня, ё-моё, подожди, стой. Ну вот, ну стою. Так. Какую траву? Траву, которую я купил. Ну, в смысле, нарвал. А куда тебе сдать? Вот, тёлочки. Вот судой. Все, сдал задание. Подожди, стой, дай посмотрю, что там. Ё-моё, сколько у меня... Словить речного, поймать морскую звезду, 30 сосунов, бить хорька, поймать кошку на крыше. Ну так, может... А травы нету никакой. А вот траву надо вот этой женщине алхимика брать. Ты не брала задание у алхимика? Вот у нее там задача взять травы. Нарвать травы, точнее. Ну как, вырезать траву, по сути. Подожди. Так, посмотрим, что у меня еще есть. Сосунов поймать... Роща отшельника. Убить хорька, убить хорька и получить мясо, причем. Я не знаю, какие у тебя задания, у меня таких нету. Поймать морскую звезду. Вот еще там надо идти, поймать надо морскую звезду. Пойду поймаю морскую звезду. Ужас. Поймать морскую звезду. Я понял, что кооператив так и не зашел, я понял. Кооператив зашел, потому что кое-кто... Что? Так я с тобой пытаюсь выполнять задачу, но ты куда-то бежишь. Пошли, постоянно. Так вот же. Так у меня нет такой задачи, значит. Такой. Отдаля, все стоят, блин. Как ловить морскую звезду? Магазин гильдии, я понял. Отличненько, я пошёл. Как они ловят это? Как они это делают? Че именно, там ловят звезду? Да. Ну дай позырку, что там делаешь? Ага, я вижу. Так, и чё? Боже, что они там делают своими писюнами? Не рыбу ловят? Как? Удочку, удочку, звезду. Удочку. Так удочка есть, как ее то ловить-то? Ну, выбираешь, подходишь вот к какому-нибудь вот сюда к краю и вот кидаешь вон. Ты сделал? Нет, мне нет такого задания. Я бы сделал. Так а как кидать? Так как ой, кидать? О, сейчас рыболов возьму, мы с тобой будем делать его. Давай мне. Давай мне поротая дрянь задание. Принять. Все, я взял удочку, все. Го. И как? Ну все, сейчас сделаем, что там. Сейчас все будет. Прыгай, дрянь. Пойду-ка я сверху швыряться. Тут коты. Да, надо брать удочку. Спейс, полетели. У меня увеличить... В смысле, а где она? У меня ее нету. А где удочку брать? А надо в инвентаре она. У меня ее нету. Да, у меня нету инвентаря. А где она? Алло. Чё за фигня? Чё за бред? У меня нет ее удочки в инвентаре. Так еще надо 3 минуты ждать. Нет у меня ничего. У меня нет ничего в инвентаре. И удочки тоже. А, купить удочку, я понял, дебил. Ждите улова. Окей. Пойду и куплю удочку. Если ты не дебил, купи себе такую штучку. Ну все, все, дай мне рыбу жрать. Животное. Все, знак рыбы. Все, выходим. А, нет. Погоди, дай-ка задание тебе возьму. Так, все, короче, я иду охотиться на рыбу. О, ты чё, как там, нормально? Клюёт? А ну давай, закинемся. Какой кнопкой? Ох, ни хрена себе удочку взял. По-моему, у меня все лицо утонуло. Лови, Кать. По-моему, что-то пошло не так. Ждите клёво, господи, как это долго. Ждите клёво. Смотри, а у меня был сейчас на пробел, можно было дергать. Вон, смотри, рыбка подплывает. Смотри, смотри, смотри. Блин. Во-во, я знаю, как ловить, смотри. Просто спец по ловле всякой хрени. Давай. Так, а на какую поймать?
На пробел увеличить. Ну, с такой графикой я тебе скажу, что ловить, ну, как бы, мягко говоря, сложновато. И чё ждать? Смотри погода. Ждите клёво называется. Ладно, пошел я, короче, на пирс. Там явно, явно есть откуда скидывать. Тут котейки бегают везде. Я на пирс пошел закидывать, там больше вероятность, мне кажется. Там пьянство бой, говорят. Так, а где моя? А ну, закидывай дрянь. О, ждем клево, ждите клево. Во-во, понеслась. Рыбный ресурс очень мало. Ну да. Сучка, блин, бегаю, как какой-то пост, блин. Как интересно. Классная игра, да, скажешь? Тут у кого-то рыба нарисовалась. Кошечки. Так, он, уходи. Катя, так. Это мое рыбное место. Иди свое место ищи. Смотри, смотри на меня, смотри, смотри, что смотри. Что ты делаешь? Смотри, закидываешь? Смотри, смотри, закидываю. Что, в Нарнию закидываешь? Ага. В итоге она улетела чуть дальше, чем моя, я понял. Главное закидывать. Ну, теперь самое интересное, Катя. Ты готова? Ты любишь рыбалку? Как люблю я ее. О, нифига, там кто-то что-то поймал. Ждите клёво. Ну ладно. Сука, ужасно. Заданю. Ну, клёв, собственно, это похоже вот эти эмблемки, то, что над башкой горит. О, у тебя рыба, рыба, рыба. Ура, я поймал рыбу! Что? О, мать твою, там надо было еще кнопки нажимать. Ладно, давай еще раз сыграем в эту чудную игру «Поймай дельфина». Там надо было еще ВСД включать. Я аж прямо растерялся, думал, что весь квест я прошел, но нет. Какой интересный клев. Пш. Клюет, Катя. Нет, хватит. Я, кажется, удочку ей в попу загнал. Ну ладно, окей. По-моему, там клёво не будет. Ты что там пишешь? Клёв есть? О! Чё, норм? Поймал что-нибудь? Кать? Нет. Я тоже. Все, у меня нету энергии больше. Ловить рыбу? Ага. Я устал, хочу домой. Какое интересное мероприятие. Это лучшие 5 минут моей жизни. Кто-то там что-то поймал. Эй, они ловят, а я нет. Почему? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Поймал? Поймал? Ой, рыбка, 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 рыбка! Я звезду поймал, алло. Мне как раз нужна звезда для этого. Все. Я ловлю. Катя, смотри, где я ловлю. Нет, уже не ловлю. Отдай звезду, отдай звезду. Так пойдем сдавать ее. Че ты? Пойдем сдавать. Наш засчитается нам вдвоем. Все, я положил на место удочку. Ты идешь, нет? Подожди. Так. Или сама хочешь поймать? Нет, я устала, короче. Ну иди всё, сюда, иди сюда, сдавай за ой, меня. Ой, сейчас, ой, куда она пошла у меня? Ой, ой, пфф, я упала. Чё? Как устать, я сейчас задохнусь. Ребята, там что? Подожди, я в песочек. Клёв не... Там рыба еще есть, нет, ребят? Как там, нормально все? Я тут покупаюсь, да? Типа, не мешай. Давай, сдавай ее. Окей. Все, сдал. Тебя засчитали? Поймать морскую звезду. А, значит, мне засчитали ее. Ну все, значит. Я что-то... Бычка какого-то поймать. Пойдем бычка еще поймаем. Словите речного бычка. Ну, пойду еще бычка поймаю, что делать. Короче...
печалька все. Пойду. Очень интересный квест. Пойду еще половлю. Ну, мне не засчиталось оно. Ну, так вставай, я в какой-то женщине, например, ловлю. Так мне нету, у меня уже нету этого. О, кузнец. Кого нету? А, уже нету этого. Не знаю, я... Энергии даже... нету. А где ты ее смотришь вообще, энергия-то? Вверху вон. Где, левел? А, да пофигу вообще, стою, дальше ловлю. Энергия для тех, кто не знает про энергию. Я, например, стою в женщине частично. И удочка где-то ее в районе кишечника, собственно. О, в ляжке оказалось, все нормально. Женщина, я вам не мешаю, там нет? Не, борода не получится. Мы так шатаемся, мило. Мне бы сейчас бычка поймать. Кать, хочешь бычка поймать? Или ты все, ты бросил это интересное затею? Там мне нету энергии. Ну, у меня же воин, в принципе, у него энергии много должно быть. Эх, сейчас бы рыбку поймай, да? Ну? Рыба? Тут, кстати, не очень место для... О, боже. Мне дали. Чё дали? Рыбу? Нет, мне дали эту энергию. А я вас стою и жду. Хватит, Рома! Это рыбалка, здесь так принято. О боже, меня чуть... О боже, мне по лицу бьют рыбой. Давай. А! Ну, я же лучший ловец! ВС! У-ху! Я поймал! Что я поймал? Алло, что я поймал? Опять морскую звезду. Горит и в аду чёртова звезда. Да, передай мне ее, слышишь? Передать тебе надо? Да. А, у меня написано энергия 0. А где энергия это пишется? Сейчас, погоди, понять. Вон вверху, где 10 левел, там у тебя есть такой, как... видишь, вторая вкладочка, можно так сказать. Вторая вкладочка, у меня там 25 из 33. Первая 4, что-то 4.01, вторая 25.33, а нижняя... Ну ладно. Дай мне звезду, пожалуйста. Бери. Где ты? Так я внизу. Ловлю сейчас рыбу. Тебе спускаюсь. Я ловлю ее своими тухлыми носками. Дай мне звезду. Обмен, где ты? Ну ты где ты? Вниз спускайся. Я стою на пирсе стою. Я подводник. Под Петрусия. А что? Смотри, смотри, смотри. Все нормально, я так всегда ловлю. Так, стой. Стой, ты, ё-моё. Я посижу, как можно? Как с тобой этот... Как чё? С тобой? Вот, обмен. Хотите начать обмен, да? Ну, давай. А почему ты не можешь сейчас у вас сделки? Ну, вот я нажал. Вот. О, дай мне звезду, пожалуйста. А как мне тебе ее дать? Ну, вон написано, видишь, Петруся, Дантек. Не, я понял, но мне ее тебе не отдать. Почему? Она черная, как бы. Ее, видимо, квесту вещи не передаются. Собаки. Ладно, пошла. Пойдем ловить. Конечно. Ловить. Пойдем ловить. Эх, сейчас бы поймать кого-нибудь за яйцо. Кита, например, тоже как вариант. Нажмите, чтобы начать рыбалку. Ну, ебалка, начинайся. Надо куда-то подальше, видимо, отойти. Здесь какой-то не клюет что-то. А чё мне кидать как не могу? Как правильно? Я вот не поняла. Чего? Как ловить? Правильно, да. Ну, у тебя сначала шкала такая, надо в синенькую попасть в шкалу, а потом набрать клавишами то, что у тебя там написано. Всё. А, у меня, видимо, удочка сломана. Она у меня красным светится, да? Это типа сломалось? Верно. А где мне новую взять? Ладно, ждем. Видимо, вон там. Кильканавтор, я иду к тебе. Я поймал две звезды. Две звезды. Рыба выглядит свежей. Отлично. Так, с кем бы тут пообщаться по поводу моей удочки? Ты никому не подходил насчет удочки?
Катя, а где взять удочку новую? У того же котика. Да он мне не продает, он больше. А во, вижу, все норм. Удочка. Блин, дорого, 50 серебра-то. Ну, фигня, слушай, сколько у тебя? Как купить? Покупка. А старую мочалку сдать можно, да, наверное? Продажа. Ладно, потом продам. Ну что, ты ловишь там, да, норм? Угу, все норм. А, видишь, ты там Данте Инферно сверху стоит, я понял. Так, ладно. Я занял лучшую позицию от Наливаси мне побольше. О, начинается рыбалка. Энергия 0 написано. Ну ладно, забью болт на это слово. Энергия 0. Ну, я не поняла, как надо. Ну, там, я же тебе говорю, шкала такая, она красно-синяя. Вот, ты попадаешь в нее, после этого у тебя, говорю, там будет такая шкала, тоже быстренько время бежать, вот, ты должна успеть, грубо говоря, набрать буквы В, А, С, Д. Вот, какая-то из них там будет выпадать и в определенном порядке. В случайном порядке, давай так. Вот, ты должна успеть. Ну, а пока мы смотрим в ожидании клёво, как тут человек убивает кошку. Можно подремать. Хорошая игра, да? Очень хорошая игра. Да, слушай, геймплей насыщенный. Я думал, я буду спасать мир. Ой, я пойду посмотрю на забагованную кошку. Слышишь, ее просто конопатит. Господи, что ты с ней? Отпусти ее, героин. Я вижу ее. Ой, я поймал. Так, еще одна попытка, давай. А, good idea. Так, 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 так. И что надо? В, А. Все, я поймал. Бля, опять вонючая звезда. Ладно, закидываемся еще раз. Я когда-нибудь поймаю гребешка. Поймаю. Дрянь. Вонючая звезда. У меня уже две морские звезды. Нахрен вы мне усрались, вонючие звезды. Давай. Видишь, полторы минуты золотой удочкой, видишь? Ну, я понял, что... А тут типа время, да, когда она должна... Три минуты написали. Мать твою, три минуты я должен сидеть и... И передавать тогда дальше? Блять! Чё, сорвалась? Да. Давай, давай, Катюш, я верю, ты справишься. Я поняла немножко, да. Ну, разберись, механика-то простая, в принципе. Просто слегка упорота. У меня есть три минуты, можно пока что свернуться. Не, зачем, зачем? Ты должна наблюдать, это же рыбалка. Так, я посмотрел все сюжеты, древние, ля-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 ля. О, бочки начинают плясать. Так, но рыбалка пока не началась, можно поскипать что-нибудь. Уна, гигантский бег, нам нужно другой еще город. Слушай, а как тут телепортироваться между домами, нельзя что ли? Мне кажется, как-то можно. Мне как-то можно. Но надо, скорее всего, весь город открыть. Да. Через три минуты. Ну да. После клё. Как интересно. Как интересно, раз в три минуты. А если я ДЦП, если я. У меня плохо с реакцией, блядь. Что мне целых 10 минут здесь стоять? Как я напишу? Обратите внимание, там сверху стоит Катюша, которая кидает... О-о-о-о, давай-давай! Рыбка, рыбка, залуп... Ну-ну-ну! В-А-Д! Гребешок! Мама! Я меня ненавижу! А я бычка выиграл, а не гребешка. Бычка. Ну, так она там изи. Я ДЦП. Я просто ДЦП, Рома. Здравствуйте, меня зовут Катя, я ДЦП. Да? Рома, я ДЦП. Ну я бы тебе отдал, понимаешь, но я не могу отдать. Я ДЦП. Ой. А? Ну давай, я верю тебе, ты победишь. По-моему, рыба пошла из тебя. Знаешь, что случилось только что? Да-да. У меня этот... выскочил. Вы хотите, типа, переключиться на режим? Хочешь, с тобой рядом постою?
Бычок, внучка... Внучка, вот это вот надо куда? О, там какое-то задание, я смотрю. Что-то там... Бицуха какая-то, Эвелин... А что ты хочешь вообще, я не пойму? Что ты хочешь? Бицуха? Эвелин... Чё он хочет? Я добыл удочку. Ты довольна? Испытывает вас. Не пойму, что она хочет от меня, но она как-то не выполнила задание. А дайте посмотрим, что за Эвелин. Где эта тупая курва? Роща. А вот. Высушить речного бычка и получить... А-а-а! Вялого, слышишь? Катюш, не хочешь вялого сделать? Ну, в смысле, бычка. Ну, блин, ладно, не буду продвигать, дальше страшнее становится. Так, ну надо с этой... Слушай, отсюда у меня, типа, уже отсюда все. Все, ты все, типа, сделала? Ну тут, типа, нечего искать больше мне лично. Ну я вот, так вон еще, ты бычка добудь, и еще вон задание появляется. Я вот бычка я сделал. Я не могу бычка добыть, у меня уже нету ничего, то есть у меня... Я вот и сделал бычка сейчас, например, вот мне еще какой-то завялить его надо. Вылазливость уже увеличилась, понимаешь, пока я тут просто бегаю, как не знаю кто. Давай еще куплю одну удочку, чтобы бычка, чтобы ловить. Как же тпшится, а? Может, как-то можно будет так вот тпшницу раз сюда, и, допустим, тпшницу вот сюда, вот, я не знаю. Доступна там экипировка какая-то новая. А, ну это топоры мои. Давай бычка еще раз попробуем поймать. Ждите, клёво! Ого, через 3 минуты. Так, ну ты, короче, покидаешь меня. Да я просто думаю, как вообще тпшница-то домой, я не понимаю. Да вряд ли здесь есть понятие даже дом. А как и бычка завялить, интересно? Браки тут есть какие-то. Жетон рыбака какой-то у меня тут есть еще. Не, а как реально вести все? А, может быть, как-то надо планировки, всякие домики тут есть. Жирный прям в женщину пустился. Нет, то есть крюк. Перевозки, что? Это. Не, я пытаюсь понять, как тут вообще тут... Нельзя, что ли, тут перемещаться? Нет, скорее всего, нет. Но это было бы слишком имбалансно. В линейке же можно? Ну, это же линейка, ты чего? Здесь, скорее всего, просто, ну, как бы ты на пэтах... На маунтах должна... Ну, на пэтах вряд ли, но с маунтами ты должна перебегать. Алло, дайте мне мою вещь. Алло, где моя рыба? Петрусио хочет рыбы. Больше рыбы для Петрусио. Боже, здесь мужчина утонул. Слышь, я, по-моему, за хобот его схватил. Тут женщина почему-то... Короче, я сейчас еще раз сделаю, если не получается, то... То не получается, значит, у меня. Ты думаешь, мои 3 минуты заветного счастья это хреновая тема? То, что я здесь стою уже 3 минуты, я жду чуда. Во-во-во-во! Спайс, спайс нажимаем. Ну-ну-ну-ну! А! Давай! В, Д, А, Д, А! О, я поймал бычка. Пойдем дальше. Я не могу, мне не получилось, я не могу. Ой. По-моему, бычка я... Я взял бычка? Мать твою, я скипнул своего бычка! Надо было забрать, а я просто отошел. Отошел? Нет! Отойди. Отошел. Дверь закрой. Бабкин внук, ого. Ты тоже где-то здесь пытаешься? Я стою вон на маленьком пирсе. А, вижу. Привет, как там дела? Норм, чё? Блин, я скипнул случайно рыбу свою. Рыбы своей мечты. Придется ловить дальше. О, у меня еще ни хрена замах делает, чувак. Видимо, на все, что у него есть. Скорее всего. Ну ладно, ждем еще. Самые лучшие 3 минуты моей жизни, если бы... Я 10. Был бараком. 2 дня я пытаюсь ловить звезду. Я уже, это, допустим, я уже 70-го левела, да? Я все ловлю звезду. Задание делаю все 10-го уровня, все нормально. Все отлично.
А какой тут топовый уровень, что-то понять не могу. Тут у меня 10, 10 левел, 21% пишет. Как бы. Чё за котейка сзади? А, это все Табиса ёбит, я понял. По-моему, у кошки крыша съезжает потихоньку. Ее, я смогла! Так дело, вон там сейчас скумбри понять. Эр, забрать. Хоть другой сейчас скипнуло бы, и все было бы. Я вот так же сейчас ушел от рыбы своей мечты. А золотая за 1.5 минуты. Ну вот лучше, наверное, 1.5 минуты, чем вот как дебил стоять со всеми и надеяться, что именно твоя рыба клюнет. Ну ты поняла, когда это делать? Вот, и на пристани вон еще мужчина, который рыбку ждет. Тоже у него можно задачку взять. Я его взял. Господи, храни королеву, давай! Та-та-та-та-та-та-та. Оп! Гуд! А? ВС. Так, словить. Я мочу какую-то поймал! Это не рыба! Что за плесень я поймал, алло? Водоросли! Дрянь. Кидай еще раз. Ловить речного бычка. Пошла ловить еще бычка одного. Вот, иди лови бычка. Я вот водоросли поймал уже. Блин, какой черт меня дернул скипнуть рыбу свою, а? Теперь стадим. Конечно, в затылок мне еще закинь. Правильно, прям по затылку. Конечно, глушить рыбу надо. Почему ты... Так, мне что надо... Убить хорька и получить мясо путем сбора, и словить речного бычка, встретить засуна. Гигантский бес. Катя, как-то мы странно стоим с тобой, тебе не кажется? Почему твоя удочка периодически в моей печени? Зачем ты ласкаешь мои бока, я не понимаю этого. Почему мы это делаем синхронно периодически? Почему я смотрю на деда, который ловит? Почему столько вопросов у меня к этой игре? Ты себя-то видел, господи, какой ты стрёмный пипец. Почему мы все шатаемся? Что за алкоголица? Почему все шатаются? Мы шатаемся в этот, в такт. Да-да-да, я вижу, вижу. Я представляю, как мы сейчас ловить будем. Только за ноздри меня хватать не надо, пожалуйста. Та-та-та-ра-та. Вот эту вот подсказку, убрать бы подсказку. Вот это надо убрать подсказку, она меня просто мозолит. Глаза, она мешается мне постоянно. Тут мужчина в другом мужчине ловит рыбу, все нормально. Просто мы так синхронно, понимаешь? Даже отрываться не хочешь. А мы что пришли-то, забыл я даже. Ой, чувак словил ты что-то. Блесной, мне кажется, по лицу ударил. Да нормально, пацан, не сильно волнуйся, я сделаю зубы. Ждите клёво. О! Спайс! Ну ладно, хотя бы так. Блин, опять какая-то мочеглотка. Опять трясина вонючая. Блин, звезда! Давай, раз! Что ты делаешь? Так и чуть не получится. Дальше шататься, он в разные стороны будет шататься. Рассинхрон, смотри, рассинхрон. Слышишь, вот камера сделай за вот этого мужчины, который перед нами стоит. Знаешь, как забавно выглядит, когда эти, когда мы оба за него выглядываем? Да. Эй, братишка, не видно. Ты видишь что-нибудь? Я не вижу. И тут какая-то эльфийка как-то напряженно раком стоит. Это меня смущает. Слышишь, она ловит рыбу? Тут ведьма какая-то ловит рыбу, слышишь, все нормально? И какой-то мальчик почему-то ковыряется у нее в кармане. А, посмотри, как она перед тобой ловит рыбу. Все нормально. Поймал! Ты видел, да, как это произошло? Сейчас это не записываешь. Я это не записываю, записываю, ты что? Черт! Это позор этого канала, ты чё, я таким... Тай-т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 ай. Мне уже второй раз по губам рыбы дали, все нормально. О, спайс, ловим. О, перфект мне дали, слышишь? А чё я поймаю за перфект? А, я по... Вонючая звезда, гори в аду! Дай! А ты речного бычка поймал?
Я его поймал, уже сдал. Там надо два сдать, Кать. Два бычка? Крысе надо сдать, и он той дряни на пристани. Вот та дрянь пристани меня же бесит, потому что я уже задрался этих бычков ловить. И еще одна звезда, мать твою. Катя, лови. Давай, давай, давай. Ну? Чё я словила? Чё ты словила? Чё ты какая-то... Чё это трясина? Такое? Рваную сеть! Продолжаем. Слышишь, это лучшие мои 20 минут жизни. Та-та-та-та-та. Та-та. О, синхрон, синхрон словился. Та-та-та-та. Почему у тебя рука красная? Это усталость? Не знаю, я не могу. Меня же просто трясёт меня от этого. Та-та-та. Ну ты хотя бы научился же рыбку ловить, это же экспириенс, скажем так. Чпокнувался только девушки. Я уже подругу для обмена письмами. Обменяю внешки с НРД на кошку. Я не понимаю их. Бараги кошек собрались. Завершила задание сбор базовых предметов для гильдии. А-а-а, гильдия игромания. Скажите, плыс, кому дукаты продавать? С удовольствием отвечу на вам письмо. Как линковать давай, предметы в час? Тоже еще друга для обмена письмами. Что это для обмена письмами? Я не могу понять, что за... Я поймал... Я на всякий R нажму в случае, что я поймал. Мелководный бычок. А, блин, мне речной нужен. Ненавижу! Мне нужен мелководный, точнее, обычный. Огонь. Прошло три дня. Все стоят и... Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Давай-давай-давай. Подсекай-подсекай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ты сможешь. Давай-давай-давай-давай. Трр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 r Ну? Та-та-ра-та-та. Блин, куда я уплыла? Куда я уплыла? Сегодня мы прощаемся с Катей. Катя... Катя лучше рыболов. Она... Лови ту мужчину, точнее, ту женщину. Поймаю за хобот. Прости, мам. Хорошо. Как немножко истерического смеха. Я поплыла куда-то. Я вижу, ты головой лодку уперлась, но это не страшно. Это что, абордаж, что ли? Йо-хо-хо и бутылка гнома? Так, я продолжаю следить за твоей тактикой, что ты вытаришь в эту секунду. Пока рыбы нет, можно хоть за этим понаблюдать. Так. Так. А, у меня почему-то она не хочет брать и кидать. Гуд. Я поймаю что-нибудь сегодня, кроме всякой срани. О, good choice. А, она у меня сломана, ё-моё. Слава Аллаху, я всё-таки вырываю. Где моя вонючая рыба? Где моя вонючая рыба? Забрал. Так, что мне с ней сделать? Скумбрия. А что мне надо было ему? Речной бычок! Катя! Я уже все что угодно поймал в этой сране. Я, представляешь себе, поймал скумбрию, которая зеленым здесь нарисована. Вот. Я могу ее продать за 100 серебряков. А нет, или 100. А нет, 300 серебряков я могу за нее получить. Ну. Но только одна маленькая херня. Мне она не нужна. Нормально, что-то. Та-та-та-та-та. Слышишь, чувствуешь героизм в нашей ходке? Конечно, мы просто сидим, играем и... Как тебе вот этот вот садомия, которая за твоей спиной три кошки в одной женщине? Как ты думаешь, это законно? Я тоже хочу себе кошечку. Но у нее их три, как бы.
кто-то ходит по кошкам, я понял. Смотри, они там прыгают что-то. А это топовые кошки, кстати. Это вот, которые самые дорогие у них кошки. Зачем они нужны? Ой, там какие-то проценты к чему-то добавляют. Я смотрю на кошачий оч. Очевидно, это попа. Да, это попа. Но они какие-то там бонусы дают. К удаче, еще что-то. Сейчас... А, поэтому она пришла с тремя кошками. Да. Это уверенная в себе женщина, ты не понимаешь? Блин, давайте не скумбрию в этот раз. Ну, пожалуйста. Ну, только не скумбрия. ВВДДВ. Гори ты в аду, дрянь. Гребаная рыбалка, гори в аду. Еще одна скумбрия. Мелководный бычок. Катя! Что, тебе нужен был мелководный бычок? А не, мне нужен был речной бычок. Катя, тебе нужен речной бычок, этот не пойдет. А мне нужен был мелководный. А, ты бурундуку этому сдаешь? Да. А вон еще он стоит на причале, он дебил. Вот он ждет, пока ему принесу рыбу. Ну, он там с ним можно поговорить, и он, в общем, что-то сует. Какой экспириенс. Ну, зато можно рыбу продать подороже. Ну да, 2300... О, слушай, а можно на них подзаработать не кисло так. Я сейчас заработаю 4600 на двух рыбах. Норм. Спекуляция рыбой. Так, а как высушить этого? А я не знаю. Слушай, я так и не понял. Ну вот там, судя по всему... Смотритель пристани. Вот, кстати, кому я должен задать задачу. Только я не понял, что ему надо от меня. Ну, судя по всему, что-то важно. Подожди, нужно... Какой драйв. Сейчас бы поймать что-нибудь круче бычка. Погрубить, высушить нового бычка. А, вот, и получить вяленого личного бычка. То есть, мне надо сейчас высушить. Луком я не думаю, что адекватно получится подсушить. Ну! Какая-нибудь срань сейчас. Блять. Знаешь, что я поймал? Что? Голая кость! Почему мир суров так со мной? Цена 7 серебра. Ну, не зря стою, не зря, не зря. По-моему, рыбка моим плохо становится. Я сейчас думаю, у меня сейчас крышняк поедет, если я не поймаю эту вонючую рыбу. Но она выглядит как то, что надо. Это же скумбрия. Не, ну скумбрия далековато. Мелководный бычок у меня есть, а вот ему какая-то дрянь нужна. Смотри, у меня написано убить хорька и получить мясо путем сбора. Высушить речного бычка и получить вяленого речного бычка. Кать, посмотри на котик, как они тебе? Тот, который на пристани висит, как тебе? Что он делает? Он прыгает. Смотри, смотри, он нюхает. Посмотри, это кошачья, это кошачья ногоножка. Он ко мне жопой встал, это плохо? Он, кажется, понял, что я за ним слежу. Слышь, он моргает. Он мне лапку дает. Он зарывать начинает. Не, как мило. Петруся. По-моему... Смотри, мы срём уже. У нас уже отряд тут, не понимаешь ты ничего. Та-та-та-та-тара. Та-та-та. Ну, главное, не скучно. Кто-то рыбу там поймал. А, понял. Ядрить, колотить. Ну да, что-нибудь поинтереснее, чем кость. ВА. СА. Гори в аду, дрянь! Гори в аду! Я никогда больше не пойду в игру! Я не хочу! Я уже поймал 3 скумбрии! Я нафармил уже почти 7000 золота. Я 7000 золота! Но ни одной вонючей рыбы я так и не поймал. Гори в аду.
Кто придумал эту вонючую рыбалку? Может, ему подойдет скумбрия? Знаешь, как будет забавно, если ему и скумбрия нужна, а? Не, по идее, ему не скумбрия нужна. Кто его знает? Ладно, сейчас, сейчас если ничего... О, продолжаем нашу охоту. Да я вижу, смотри, пират, который с зелеными волосами, тоже рад, что он сюда пришел. Ему сказали, что он идет в героический путь. За победу! Блин, там кто-то детьми кидается уже. Нормально. Слышишь, мне кажется, наш отряд увеличивается. Те, кто пытается хоть что-то выловить. Не один я матерюсь, собственно. А вот девочка, знаете, которая сакуренок или сакуренок, ржет надо мной явно. Просто стоит сзади и ржет. Ну давай, дрянь. Твою мать. Я звезду поймал. Я тоже до этого звезду поймала. Фу ты, блин. Все, ой, все. Пошли этими. Давай в следующий раз это выполним. Ну, сегодня явно давай, не, все, пошли, не рыбная давай. Погода. Мы так будем до утра. Давай, возьми свою вонючую скумбрию и иди вон. Гори в аду, петух, чтоб ты сдох, падла! Ему нужна была скумбрия, пидор! Я гребаных целых минут 20 стоял, ловил вонючие скумбрии, что он мне сказал, что мне нужна скумбрия. Овощ тупой! Бля, ненавижу эту игру, дебил ее создавал. Что ты орешь-то? Морская звезда. В инвентаре нету места, говорят мне. Дай-ка я скумбрии попродаю. А почему я скумбрии не могу продать? А, не, могу или не могу. Короче, я продаю эти удочки. Они не фартовые какие-то. Мне еще надо будет как-то его эту... Ну я продаю водоросли какие-то тут. А что-то с рыбой можно сделать, кстати, Катюш. Да, может что-то сделать. У меня они еще три лежат. Как-то их... А кому их продать можно? Я случайно сделал мелководного бычка. Скумбрия. А, так он тут, слышишь, он тут много вариантов предлагает. Что тут можно поймать? Да, слушай, я всю скумбрию сбагрил ему, как задание. А что, еще скумбрия нужна? Давай. А что за жетон рыбака? Что он дает мне? Как отдохнуть? Ладно, валим отсюда, короче, здесь... Да, ты. Так, погоди, а ты выполнил задание? Да, я сдал, все. Дай мне, постой со мной еще. Нет. Я не хочу здесь стоять. У меня плохие воспоминания об этом месте. Зараза ты. Ну давай, делай, я что, я пока пойду посмотрю. Я пока вон с оленем поговорю. А, вот, камера хранения. Давай, камера хранения посмотрим. Что-то я такое сделал здесь. Аренда склада. А. У меня энергии нету. Склад. О, можно на склад все лишнее выкинуть. Но только на складе. А, тут в определенном городе, слышишь, это все делается. То есть я не могу все это погреть так, как хотел. Ну ладно. Я не знаю, я на энергии у меня хоть и писала ноль, но я все равно продолжал ловить. Как-то так. А я не могла. Энергии ноль, типа, пишет. Не, у меня писался энергии ноль, и я забил болт, и дальше как бы ловил. Так, что тебе надо? Че, покабра? Рыба с оптим не ловится. Горит что, в аду. Серьезно? Ты ловил и типа... Скумбрию надо тебе сдать мужчине в порту. Так, ну я, короче... Одна энергия появилась. Я в порту, ну, как бы, в этих районах. Ты что-то со всеми, я подозреваю, поговорила? Я нет пока. Да почему все время... Ну ладно. Не хочу я тебя искать. Мне этому чуваку нужно скумбрию еще одну поймать.
Там много ему надо сдать, Катюш. Ты не рассчитываешь, что... Одинная скумбрия. У меня уже 7 жетонов рыбака собралось. Я, видимо, ракал. Мне сейчас потом скажут, что я днище, потому что собираю жетоны, которые мне не пригодятся. Так, ладно. О, смотрите, какой-то. Какой-то чувак с ремеслами. Ну, давай посмотрим, что ты умеешь. Клан, гильдия, гильдия маг... Я понял. Так, что ты такой? Что ты такой или кто ты такой? О, аукцион, кстати, нашел. Деньги на бочку. Бочка на деньги. А можно мула взять хоть на этом, на часок? Тут мужчина бегает по мулу. Ладно, посмотри, что там за ролик. Квадратная графика, да, надо, я, блин, надо графику поменять. Письмо с подарком. А ну-ка, ты у нас кто? Ты у тебя название гильдии? Ты у нас как тебя зовут? Имя? Сейчас. Сейчас. Вообще мне написано, ну да, Петрусь вот так и написано. Петрусь, а прочитай, пожалуйста, мне. Ну как, какими буквами заглавные? Ну, первое согласное, естественно. Петру, 2 С и О. И О. Я отправила себе подарок. Так, и где мне его ловить? Что за подарок? О, мне за какой-то за 10 уровень дали плюшек. Мелководный бычок. Я не знаю, где там, что-то там отправил, но... А, о, письмо с ответным подарком. А где его забирать? А? А, вон, письмецо пришло, почта. И что это такое? Получить. А я тебе тоже могу, да, типа, идти отправить его? А где его можно отправить? Где ты вообще нашла такую хрень? Ну, я нашла у тебя. А, во. Ответный подарок. Давай я тебе сделаю ответный подарок. Давай. Ну, хочешь, я тебе отправлю? Давай, отправляй мне. Не, сейчас я отправлю. Данте Гранже. Сейчас. А как, что ты здесь нажимал, чтобы отправить его? А, здесь я понял. Так. Открыть все сундуки. Или я не знаю, а где оно? Или это вот это письмо есть? В письмеце оно. О, хитрить, стоп-бар. Тут русская рулетка в ней, прикинь? Угу, я понял, я выиграл поушен. Отлично. Это лучший подарок на земле. Во, давайте введем игрока. Данте. Данте. Гранжа с большой буквы тоже. Да я... Не, у меня же написано здесь Патя. А я Гранжа написал. Ну, в принципе, почти угадал. Ну, смотри. Отправил. Получено письмо. И вот о чем. Вот. Я тебе 2 письма отправил. У тебя будет бонус X2. А, это большая бутылочка. Кольцо. У тебя кольцо выпало? Блин, у меня по уши выпали какие-то душные. Никчемные, я бы сказал даже. И всякие тыгдын здесь бегают еще. Бля, ты заебал, сука. Что такое? Все время мелководный бычок, блин, выпадает. А мне не выпадал. Мне в основном вот эти вот, которые надо было, выпадали. 3 или 4 штуки. Так, а я пойду пока поговорю. Пойду торговца какого-то найду. Посмотрим, может, оружие есть. Торговец мебелью. А, окей, нет? А этот какой-то силос. Магазин. Мне б скамейку. Дом и город.
Обычная прикормка. Продать оптом. Шкура волка продать. Острый клык продать. А как квестовые, интересно, предметы продавать? У меня, например, звезды еще остались. Это надо у кота его обменять на жетоны. А мне незачем его. На что мне обменивать-то? На жетоны я не обмениваю. Это убрать квестовые предметы. Вот в чем прикол. Ну, сейчас я пойду, я их обменяю этому пидорскому коту. Это вообще, по-моему, ласка или не ласка? Где это даун? А, вон внизу. Все, последний раз ловлю рыбу, если не получается, забываю на это хер. Да, это похоже на ласку. Морская звезда. Во, обменял. Морская звезда, обменял. Жетон. Все, обменял. А, все. Это аренда. Нифига себе тут. Магазин. А, все, все, продал. Что такое? Подавись своей гребаной звездой. Интересная игра, да? И квесты интересные. Мы 639 раз сделали одно и то же. Так. Ты еще одну попыточку? Не, ну с пятой попытки должно повезти. Я тут как Assassin's Creed тоже просто по крышам побежал. Так, и что я взяла сейчас? Ого. С каким из этих петухов надо общаться? А, внутри, походу. О, смотри, алкоголица стоит. Ботинки какие-то можно здесь. А, файт, я понял. Что за сундук? О, пожрать можно купить. А. А что тебе продать можно? Прикормки хочешь? Шалон. Так, я пошла убить, короче, хорька. Давай. А, мне тогда что делать? Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Я продолжаю общаться с народом. Блин, здесь на конях, а я как дебил пешком хожу. О, энергия увеличена на единичку. Необходимо шприц для сбора, тесак и нож для шкур. Господи, где его покупать? Отлично, да? Где его покупать, этот тесак? Так, наверное, у того же, у кого-то задание брала. У кого я брала задание? Надо запоминать! Я вот, например, не помню, у кого я брал. О, рабочих можно нанимать. О! Требуется энергии 5. Ну, давай наймем. А зачем мне рабочие? Куда мне их пихать? Ну, давай. Я купил себе рабочего. Только на кое мне? Ну, думаю, он пригодится. Не, ну, я же не знаю, куда его там пихать. Меня кони сбивают, ладно. Алхимик? О, какая-то желтая моча там где-то спереди. Тыгдын, тыгдын, тыгдын. Опять война гильдии. Так, отлично. Купила его. Нашла тесак? Да. О, у этого задания какое-то, кстати, есть. О, я сделал ему какую-то задачу. О, а как у тебя же был тесак? Кать. Я вот только что его купила. А мне дали. Или не дали. Так, давай посмотрим. А что мне надо сделать? Никакого серебра не хватит на новые топливо жене.
Блин, что-то я не то делаю. Шприц для сбора? Что? У меня же есть это все, ё-моё. Инвентарь. Так. Шприц. Как у тебя задача называется? Подожди. Старый нож для шкур. Старый нож для шкур. Понятно, я не то купила. Душа, смотри. Шприц для сбора, тесак и нож для шкур. А где у тебя такая задача? Точно, где там она? Там баба стоит, она. Так. Тесак. Поговорить. Ну, давай, иди. Ой-ой, не-не-не, не пойдет. Далековато идти. На 13 уровень, как бы далековато. На 15 уровень задача. Вялый бычок. Вон вот к вот этой бабе подойди. Какой где? Сейчас я... Где ты вообще? Так, давайте искать бабу. А, вот эту, к этой бабе? Старый. А я у нее задачу-то брал. Старый нож для шкур. Старый шприц. Я ж покупала все у нее. Господи. А, вот это, да? Медный тесак. Убить. Я не знаю, оно не подходит все, понимаешь? Ну, а что мне добыча ресурсов? А, я понял, как это выглядит. Так, все, вот, я взял тесак, все, пошел добывать. Так, там, смотри, там нужен тесак, какой-то нож для шкуры, какой-то шприц, но оно не идет, понимаешь? А как у нее там задача? Зельда. Убить хорька, получить мясо. Ну вот мне... Рядом с... Я только добывать хорька иду, блять. Так, а сейчас ты увидишь. Ну, сейчас будет изи. Чё там? Да там не же... изи оно. Ну, давай посмотрим. А тебе зачем шприц? Там нужен какой-то шприц. По-моему, там не нужен шприц. Ну, ладно, давай посмотрим. У меня 44% чё-то такое набирается здесь. 10, 10 левел, 44%. А, это до 11 левела, я понял. У меня 40... Остался у меня пол левела. Ну, я пошел хомяка тогда добывать. Вот он, хорек. Так, ну. Вот, I'm here. Шприц для сбора, тесак, нож для шкур. И нету такого. Сейчас, погоди, добуду сначала. Так. Блять, как ты это сделал, сука? Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Рома, как ты это сделал? Что у тебя? Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ром. Блядь, не смешно, у меня что есть? Нож для тесак? Так ты поставь тесак на место. У меня у нас есть тесак. Так он у тебя на месте стоит? Он должен в ячейке быть. А? Ты поставила его в ячейку? Она... Блядь. Жопа штица. Да смотри, а я читаю, я все читаю. Бред какой. Что ты без меня делал? Так он, ну, это же это, добыча. Они же всегда так делают. Что ты без меня делала? Не смачу. А зачем тебе шприц был? Объясни мне. Может, я тупой или лыжи не едут? На какой хрен тебе шприц был? Блин, сука, я просрала. Что ты просрал? Во, я сдал. Все норм. Так, следующая задача. Подожди меня. Добыть Иисуса. Я понял, сейчас пойдем добывать. Все, взял еще два задачи. Какие? Обработка ресурса. Чего? Я же ничего не делаю, я стою просто. Я же еще не забыла. А, вот оно как работает. Ядрить, колотить. Что? Работает. Как сушить и вялить. Понятно, я терплю. Жарню нужна, да? Нет, просто нажимаешь L. И суешь туда ингредиент. Что тебе надо с ним сделать? Например, высушить. И берешь мясо, например, мясо хорька. Да? То есть вот так вот. Изготовить. Так, а мне надо что по заданию? Дай-ка я зеркало. Сейчас я посмотрю. Поехали, типа, встретиться с Суном. Нам надо встретиться с Суном. Встретиться с торговцем Силиусом. Мне с каким-то Силиусом встретиться. А тебе что?
Да, мне с Силиусом встретить искать. Тебе надо? Мне? Он... Я тут понабирала очень много. Он мне топор. Ну, сдавай ей задачи, у него появится задача вот это как раз. Я понабирала у нее очень много. Мебельщик Ситилус. Вот к нему да. Как-то. К нему бежим? Да, поехали. Так, где? Ну, рядом стою, задача. Вот, там все видела. Все, го. Я пришел. Ладно, все, получил свой топор бесплатный. Надо пойти бревно нарубить. Так. Передать бревно. А, ну надо бревно надыбать пойти. Давай сейчас бревно надыбаем. А вон бревно добывается. Что тут? Так, подходим к дереву. Берем топор. Меняем. Добываем. Собираем. Блять, какое веселье. Я добываю дерево. Ты добываешь дерево? Я добываю дерево. Конечно. Интересное дерево. Ну ты хоть разобралась, да, как добывать? Да. Умничка. Такое интересное занятие. То я рыбу ловлю, то я деревья ловлю. Романтика. Где же я еще такое могу видеть? Как не в этой прекрасной игре. Эц! Забрать трофеи! Пидор. Только не говори, что я просрал все свои бревна. Блять, я просрал все свои бревна. Привычка отходить от деревьев. Давай. Ладно, давай. Собирай. Я могу... Кайкон стоит 15 штук. Этих серебряников, что ли? Угу. Это немного, мне кажется. Если я здесь рыбы почти на 7к нарулил, то что там? Так, подожди, что мне сейчас надо? Говорит, Сэм, поймать скумбрию путем ушедшего бычка, поймать скумбрию путем срока получить реальное мясо. Так, где этот Дауни-то? Так, я чуть не то нажал, не того ткнул. Вот, на бревно. Все. Все, сделал, дальше. Ферму открыть, ферму выложить. Так, что тебе еще делать, давай. Вот, я хотел бы выполнить вот это вот, открыть ферму лоджи и встретиться... Вот, идем. Все, иду. Я побежал. Давай, тыгидин. Тут квест был, сейчас я еще один квест возьму. И можно бежать. Ну, подвинься, жирный урод! Ну, он мешается мне. Все, еще одно задание принял. А, нам как раз Суна, слышишь? Идем, по дороге Куна. Бегу. Нам Куна нужно. Пости сейчас встретиться с Суна. Куна с ее Суна? Я понял. Мне тебя подождать? Да я вот на выходе... А, ну хочешь, подожди, в принципе. Давай. На лошадках катаюсь. Тыгидин. По-моему, с лошадками что-то не то. О, мое задание справа, кстати, которое мне надо было. О, Уна. Ну беги потихоньку, кстати, в эту деревню, какая разница. Тут Уна надо, можно было встретиться. Там где-то справа была эта хрень. Какие-то... А ты что там делаешь в этой точке? А, ты прямо? Там Суна. Блин, ладно. Думаю, там что-то куда-то нужно идти. Так, ладно, хотите с ней, пошли этот, открыть ферму Лордж, да? Я уже к ней пришел. Ты там Уна была, там Уна была рядом. Какая Уна? Ну, я не смотрел, я вот к Лоджи иду. К Лоджи. Ну вот, встретиться с Камилой Лоджи. Камила, привет. Салам алейкум. Все, взял свой буст. И взял мне какой-то квест. Мясо лисы принести надо. Пойду избивать лис. Идешь избивать лис? Я не понимаю, в чем прикол. Почему нас не засчитывается этот? Ну, если мы рядом стоим с тобой, нас засчитывается. Если мы по отдельности это выделим... Да, я же только что добывал эту хрень. Кого? Ну, мы когда с тобой деревья выпиливали, у нас засчитывалось одинаково. Подожди меня. А, я взял... Я хотел топором вскрыть случайно лесу, ну ладно. Ну, бывает.
что надо сейчас? Вот смотри, сейчас добудется или не добудется? У меня вот написано мясо лисы 0 из 2. Как бы 2 всего надо собрать. Засчитает он сейчас? Ну сейчас 10 секунд. 3, 2, 1. Нет. Да вот, вот. Нет? Нет. А что нужно, тесак? Ага. Давай еще соберем. Так я не пойму, почему мне не засчиталось. Вон там Ума лежит в каком-то кювете. Блин, так долго собирает. А что с ним сделать, с мясом с этим надо? К нему сейчас есть. Или просто отдать? У меня 0 из 2, как бы пишется. Я уже 2 мяса принес. А, или ей вручить надо суммарно. Я пойду к Ума схожу. Ума. Кс-кс-кс-кс. Ядрите мне всяких... Ох, ни хрена мне бустов надавали. Почему нету 0-2? Вот и я не могу понять, почему 0-2. Может быть... О, пися требует внимания. Ну-ка, пойдем посмотришь. Давно писю не видал. Ядрить, какая она красивая стала. Прям как родная. О, у меня полкилограмма там. Почему нету этого мяса? Ну, убить какого? Убить монстра лис? Лиса отдать? Да, мне не засчитывается. Может, ты не монстр лис? Ну... Просто, это просто рыжая лиса, подожди. А нам убить... нужен именно монстр. Лиса это и есть монстр. Видишь, она желтая, она... Ну, давай еще соберем немножко лисы. Чего нет-то? Мне кажется, это то, что надо. И теперь надо... Надо посмотреть внимательно, что там по заданию пишется. Наверное. Где? Убить... не хватает еды. Попросила достать ингредиентов для блюда. Добудьте предметов лисы. А, ну все, норм, чё? Да дал ей уже. Я сейчас схожу, отдам ей. Что нужно? Мясо. Мясо ей отдать? Ну так у меня уже тут сколько кусков этих мяса? О, слышишь, мы... Катя, ты готова убивать красного носа? Мы с тобой убьем красного носа? Шкура лисы! А чем нужно... Почти, а чем нужно разделывать? Я не понимаю. Так а ты... Там что-то у тебя случилось? Ты что, новенькое видел? Чем разделывать? Скажи мне. Ну... Как ингредиент. Может для шкур. А чем разделывать? А... Сухом или чем? Ё-моё. Не знаю. Погоди. Ну и у меня есть только топор и тесак. У меня больше нет. Тесаком? Блин, я не то делаю, ё-моё. Подожди меня. Не, тесак берешь, скорее всего. Я поц просто. Пойду-ка я отнесу, короче, и мясо. А ты не добывала мясо? Знаешь, что я добывала? Ну. Вот угадай. Ну давай. Та шкура лисиная? Конечно, шкуру. Ну, тоже как мясо сойдет. Думаю, как шнурки пойдут. В обе ноздри и радуешься. О, паркур. Ну вот, все, да, все правильно, все. Так, я взял следующую задачу. Так, ну задач как-то стало много. Выкопать картошку. Ща бы картошку пособирать. Ох, ядрить, я дебилизмом занимаюсь. Я копаю картошку. Картошка, картошечка. Эх, картошки накопаю я. Так, а где картошка? А вон, видимо, картошка. Так, ну, собственно, видимо, это и есть картошка. Я какую-то хрень добываю. Я избиваю картошку, я понял. Так, ну здесь как-то картошка должна быть. Корневой паразит. Ну явно же не картошка. А где картошка тогда? А чем ее надо? Ты где, я вообще собираю картошку? Нет. Я сорняки собираю. А как ее добывать? Так, давай разберемся с этим. Может быть, надо как-то... Тут две поляны как бы, с этой стороны, с той. Они одинаковые. Я понял, ну так... Чё это у меня за загрузка пошла? Инвентарь, может, чем-то надо... Ну давай, соберем. А, наверное, среди этих кустов и, как бы, может быть, и картошка есть. О, нашел, все, норм.
Короче, среди этих кустов картошка есть. Да? Да, просто все, тыркаешься везде, и, в общем, среди них картошка попадется. Все. Какую следующую задачу ты мне там предлагаешь? Принести картофельные муки и сделать. Одни же паразиты, ё-моё. Измельчить картофель и получить муку. Давай, сейчас сделаем. Слышишь, Шон, подожди, тут где ты картошку-то нашел? Ну? Измельчить картошку. Изготовить. Ром, где ты нашел картошку? Ё-моё? Я же говорю, кусты валяются, спасет котеж. Корневые? То есть их нужно бить? Да, нет, 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 по кустам ходишь, у тебя появляется буковка L такая. А, все, 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 R вообще-то. Ну, R, да-да-да. Я, короче, пока займусь более важным процессом. Картофельную муку отдам женщине, а то она изголодалась. Жри. Так, ну все, в принципе, я картофельную муку замутил. Подожди, да что ж ты уже пошел делать? Все без меня, а? Ну, так я с тобой же, я же никуда не ухожу, рядом. У меня ничего не делается вообще, я не вижу тут. Так, все. Сделать теперь тесто для... Сейчас сделаем тесто. Блять, где эта картошка? Где? Вон она, Катюш. Вон, смотри за мной. Вон здесь, всё. Смотри. Подходишь туда? Нашла. На умничка. Только она... Ну, картошка. Господи, нажура. Нажра? Нажра, я понял. Охрененная игра, на самом деле. Господи. Так, немножко сбило меня, я забыл, зачем я сюда пришел. А, так, путем... Так, где-то муку делать? Смешать воду... Где муку делать? И картофель, муку? Да, через L. L выбираешь. Вот, выбираешь, там, толочь, по-моему, что-то такое там. Измельчить, да? Да, не измельчить. Блин, сейчас скажу, сейчас, секунду, погоди. Смешать? Измельчить, да, бери измельчить. Изготовим, да? Угу. А, слот. Так, и мне надо сделать тесто. Давай-ка нагреть. Что тут вариант такие с алхимией измельчить. Смешать. У меня почему-то она не это. Изготовить. Измельчить. А куда? Какой слот? Ты слышишь? А какой слот? Правой кнопкой выбираем эту муку. Ой, муку, картошку. Господи. Вот это дуда. И прикинь, какой заворот. То есть я вот сейчас сделаю, например, тесто. Я же воду добавляю и муку добавляю. Трэш какой. Ладно, пошел сдаваться. Что дальше ты мне предлагаешь? Женщина, я кулинар от бога, у меня папа кок был. Давай, я тебе расскажу, как готовить. Так, следующее задание. Что ты мне еще предложишь? Ядрить. Ладно. Подожди меня, ё-моё, ты уже так уже быстро это все делаешь. Высушить, встретиться. А, все, я сделал мне все задачи. Подожди, подожди меня, сейчас мы с тобой там пойдем чувака бить. Хватит тут толочь. Толкатель онлайн. Так. Все, убежал. Теперь получается, подожди. Тебе что делать? Теперь тебе надо... Подожди меня, подожди. Я стою перед тобой. Видишь первая графа смешать? Так, смешать, да. Да, выбираешь воду и муку. Бармен, мне, пожалуйста, водички. У вас что-то по руке потекло. Мне кажется, это соус. Бармен, вы, кажется, облились. С таким видом, по-моему, она на себя льет половину. Все? Ты сделала? Так, теперь надо что-то еще. Что нужно? Встретиться с Бонглом. Давай с Бонглом пойдем. Нет, нам надо пойти. А где вот? Я побежал подожди, к Бонглу. Подожди. Да я встретил Бонгла, он на улице стоит. А, на улице стоит? Ну. Я просто думаю, это надо как-то пойти, что, поставать там. О, он мне кукурузной муки попросил сделать ему. Те, изи. Где бы я только... Мужчина, где бы тебе только найти бы эту муку? Ну давай посмотрим, что он там предлагает. Побежали к цели. А ты где? А, он прям здесь предлагает муку сделать. Да я перед тобой стою. Давай сделаем муку. А если чего делать муку? Измельчить, да, есть.
Не обращай внимания. Нет свободного места в сумке, что? Да, видимо, у тебя все. Так, дальше, что ты мне хочешь от меня? У меня зависла игра. Экипировать кирку, найти штат... Шпат найти мне какой-то. А, ну и сейчас изи сделаю. А где ты? А, за углом палишь, да? Без палев в кустах? Ай-яй-яй. Слышь, у нас нету понятия, типа, вместе делать. Ну, да, видимо. Ну, нам, скорее всего, с тобой опыт разделяют на двоих, если мы кого-то будем с тобой убивать. Так, что ему нужно делать сейчас? Добыть. Так, пойдем убивать шпат. Подожди, стой. А нужно что поставить? Поставить кирку или что? Да поставить кирку и добыть шпат. Шпат. Пошли. Я только не могу найти. Получить зеленое мясо, добыть камень. А, во. Го. Пошли, пошли, пошли. Я тебя догоню. У нас там очень много всего нужно. Да у меня инвентарь уже ползапол. Должны красного носа убить. Понимаешь? Красный нос, узнать о гоблинах еще нужно и битва гоблинов. Я тебя догоню! Инвалид! Беги! Жирный беги! Вот тут нужно сейчас еще гоблинов убивать, слышишь? Какие гоблинов? Ой, ты, я не туда пошла. У меня вот здесь где-то. А, во-во-во, все, норм, нашел. Вроде как. Или что это? Почему у меня это отмечена точка? А ну-ка, подожди. Нажми 12, тут целая толпа гоблинов. Где это у нас такое? У меня такого нет. А, вижу. Ну да, вот она. И что с ним делать? Забрать щит гоблина. Это куда? А, это надо сейчас у них отнимать сейчас. Нет, окей. Надо камень и шпата. Ну, можем, кстати, у гоблинов пока стоим здесь. Это не гоблины, это бесы. Ну, ладно, плюс-минус. А почему у меня подсвечена эта точка, я не пойму. Ты что сделал? Я беса убил. У меня почему-то подсвечена эта точка, эта территория. А, понял, блин, тупой. Что? Да вот сюда надо. Или не сюда. Здесь какая-то арена, без воин. Не, пойдем ниже там. Там тоже что-то такое маленькое. Отличное общение. Во, здесь должно быть. Есть что-нибудь такое? Не, вообще. Вроде кирка у нас в инвентаре там. Ну да, она забиндена, но... Только вот что именно тыркать здесь? Ну если увидишь что-нибудь, говори. Я этих овощей трогать пока не... О! Нашел. Вот она. А я траву какую-то собираю. Чё вот? Я где... нашла. А, вижу. Я траву собираю. Можно я с тобой здесь постучу? Да? На тебе. О, мы друг друга кирками убиваем. Всё, ну, да? Всё. Чё всё? Короче, это скалы. Просто куски камня. Которые вот они могут быть, да? Блин, а где их искать? Они же такие тут. А, во, нашел. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты нашла себе камень? Нет. Та-та-та. Вон. Иди ко мне. Вон. Кусок. Я даже прям вижу, что можно его добыть. Сейчас налево уходи. Назад. Вон, я смотрю туда. Вот. Слева от. Да-да-да, вот кусок. Явно он добывается. Так, и что мне надо сделать? А что нам надо было? Сейчас дай я посмотрю по заданию. Прикол с кирками. А как оно называется? Все, я добыла. Это добыть этот... Смотрим. Встреча со стороны двери в городе. На куче. Подожди, а ну-ка, М. У меня... Я его даже найти не могу сейчас узнать. Да, а где оно у меня такое задание? Что-то я его не пойму, где оно?
Вяленое мясо. Посетить. Фиг его знает, где оно. Ну ладно. Куда меня ведет дорога? Стой, подожди. А, это туда? Это аж туда. Куда туда, очень понятно. Надо... Я думаю, что-то. Надо вот этот вот пойти сдать. Ну что, может на концовочку пойдем эту присанем красного носа? А там далеко надо. Я тебе. В смысле, он здесь телепортнется, где мы его выкажем, закажем, там он будет. А ты отдал уже? Нет, он у меня. Нет, ты отдал этот. Кого? Раздобыть камень. Нет, пока. Вот бегу. Ой, кажется, я сейчас последний раз, по-моему, добегу до туда. Давай сейчас мы вот это добегаем и все, заканчиваем. Ты не хочешь, да, убить этого? Не, давай уже потом. Красноносика. Давай уже потом, окей? Нельзя призвать два босса одновременно. Что там можно? А, ну вон он, да. Ему еще что-то надо. Что ему еще надо? Все ему надо? Железную руду ему еще надо. Да, железная руда. Ну, короче, такая же байдень. Туду, туду. А где оно у нас задание такое? Узнать о гоблине встретиться. Блин. Вот, передать могу руду. Железную руду. Все, побежал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут волк бежит за прекрасным молодым человеком. А нет, уже не бежит. Вау! Ну давай, беги, молодой человек. Куда побежал? Это незаконно. Ну, продолжаем, короче, искать это заповедники в этом. Ты нашел что-нибудь? Все, все, я понял, все, я молодец, я умничка. Давай железную руду с тобой искать. А, я понял. Вас понял. Что такое? Опять, наверное, в том же круге, где мы бегали до этого. Тренировка меча. Да нет, что-то как-то не светится даже. О, нет, дай травку добыть. Травка, муравка. Как должно что ли светиться, что ли? Вот и я не могу понять, как она тут должна быть. Чья-то лошадь. Кто-то лошадь потерял? Да. То неловкое чувство, когда лошадь ушла. Забавненько, но я пока не вижу сбора. Я вот смотрю на ярлычок. Где он должен быть? Ну, его нету. Может, он как-то выделяется? А может, у нас нету этого? Инвентарь? Да нет. Не-не-не, есть. Ты чего, хочешь? Ну, так не может быть. Если у нас нету нужного ингредиента, он, скорее всего, просто... Я устал не в лоб их бить. Может быть, корова? Тара-тара-тара-та. А может быть, лисица? Что за дебил? Где убрать? Алло. У тебя как написано? Передать бонгулу. Угу. Ну, передать бонгулу железную руду. Ну, только найти ее для начала надо бы. Ага. Блин, вообще ничего не светится. Может, я дурак или лыжи не едут? Тут какие-то жертвоприношения, пока я здесь хожу, устраивают. Тя-тя-ря-тя-тя-ря. Хрен его знает, где оно вообще. Ничего не светится. Ищи как хочешь. Не, вообще ничего нигде.
Так, давай путем исключения пойдем на соседнюю полянку, может там есть. Странно, очень странно. Здесь ничего нету. Ничего нет, никакого сбора. Ни руды, ни руды, ни хрена. Просто хожу как дурак из стороны в сторону, пытаясь найти что-нибудь. Ты что, там нашла какой-то предмет? Просто дерусь. Он просто... Он просто пишет каждое твое действие. То, что ты делаешь. Да? Угу. Участник группы получил серебро. Все в таком духе. Да где эта срань? Что за бред? Сейчас окажется какой-нибудь дебилизм, а-ля, типа какой-нибудь камешек, который просто лежит где-то в углу. Лесная трава. Ну, отлично, я еще травы не набирал. Так, ну здесь можно... Может, они в бесах? Может, в бесе достать? Я нашла. Что ты нашла? Дебильный камушек, который валяется. В смысле, валяется? Ну, дебильный камушек. Катя, где он? Где он? Покажи мне. Вот как... Стой, не убегай оттуда, дай хоть позыркаю, как он выглядит. Просто камушек. Что за бред? Светится, кстати. Светится? Да. Что за бред такой? Где-то там. Где? Какой из камушков? Вот это вот светится? Ты нашла руду? Да. Что за бред? А где моя руда? У меня есть. Охренеть! Он засветился синим светом, когда я к нему подошел. Да, да, да. Это малая жопа. Я, короче, беса бью киркой по затылку, и я еле ее нашел. Я просто бежал и думаю, жуж, может быть, маленький кус камешек этот. И прикинь, угадал! Сразу же. Все. Передаем. Передаем за проезд. Достал? Да, все. За мной гоняются. Вроде бы достал. А, нет, или не достал. Погоди. Вот оно не пишется. А, это железная руда. Я, по-моему, не железная, я просто камни нашел. Оно на железный инвентарь. А ты грубый камень? У меня железная руда, да. У меня грубый камень нашелся только. У меня почему-то не указано, что нужно ему ее передать. Ну ладно, давай походим еще. Нет. Нет. Свистни. Ой, там тоже дырка есть. Бред какой-то. А где камень-то такой искать? Здесь миллиард таких вот маленьких камней. Угу. А ты сдала, да, уже задачу, я понимаю? Я сейчас смотрю, наверное, да, не знаю. Ну, охренеть, а я теперь как дебил буду ходить. Нет. У тебя точно руда, а не камень обработанный? У меня... Да. Блин, а мой где камень? Ну, охренеть теперь. А я где камень свой должен искать? Блин, ну бред какой-то полный. Все, вообще ничего не светится. Вот прожу, хожу, ничего нету. Бред сивы кобыла. У меня не светится вообще, ровно счетом ничего. Понятно, к стражникам тяну нахрен. Бог его знает, где эта хрень должна быть. Я нашел грубый камень, больше ничего найти подобного характера я не могу. Я говорю, ты просто, вот, называется, просто тупо ходишь по-тупому. Ну, я вот сейчас по-тупому так забродился здесь, и в итоге... Ну, давай попробуем на этом камне отыграться. Может, в нем есть что-то? Тут полуутонувшие гоблины, которые как бы намекают, что наркотики есть. Шпат. А я шпат добываю. Нет, шпат, есть шпат, нормально. Ну-ка, давай.
Во, вроде бы добыл, что надо. Да, железная руда. Бред какой-то. Просто откровенный бред, скажу тебе прямо. Это типа еще с рандомить должно? Это тебе еще повезти должно, чтобы он выпал? Вас понял. Тут люди бегают. Знаешь, что самое интересное там еще? Чтобы там раздобыть мясо волка, который там чувак рядом попросит, нужно идти, сука, наверх, а не на низ. А оказывается, как на низ. Даже ты единственный человек с волком. Ну чё, всё? Финита ля комедия? Иди сюда, мой бангол. Чтоб ты горел в аду, дебил, со своим заданием. Всё? Каким-то стражником идти теперь. Ты чё, дебил, что ли? Да потом мы расходим, давай. Ну, давай. Господи, ещё мать. Ты что, у них немножко по-странному. Видишь, как если ты в линейку играешь, то... Там ну, делится да. Все, ну, то, что ты добываешь, это делится все. Угу. Тут какая-то хрень... Не, ну здесь не делится, здесь только экспа делится на двоих, скажи, посему. Да. Пи. Здесь больше ничего такого не делится. Странно как-то. Мне какого-то дерьма надавали. Суп из злаков. Тиса. Блин, ну на это все надо. Как это открывать все? Ты там далеко скакал уже, что ли? Не, я рядом нахожусь. Все, давай, наверное. Да. Заканчиваем. Это просто бред какой-то. Не, ну тут спасибо, конечно, что тут нету понятия вот это вот. Тут не настолько много заданий, которые невозможно идти выполнить. Ну. Миллиард заданий. Тут просто их миллион. Да, что-то у меня тут как-то все. О себе. Ведите информацию о себе. Лалка. О, даже пишет, сколько я в эту игру играю. Прекрати, что ты делаешь. Премиум магазин на F3. Слава богу, у меня клавиша это залипла, и я не могу нажать F3. Капец, тут мир огроменный, ё-моё. Думаешь? Посмотри. Там мы еще как бы... Да. Как бы только по двум локациям бегаем, по сути. А тут еще есть вон сколько их тут. Все, ладно, выхожу. Ну нафиг. Бам. И представляешь, вот какого-то за другого персонажа играть? Снова заново переигрывать за какого-то другого. Ну, да. Не-не-не-не. И все квесты эти заново проходить. Уа-уа-уа. Выйти из игры. Да, хочу выйти из игры. Все, бежим отсюда, все. Я пока играть я не хочу точно. Нет, все. Нафиг.